Так, всем привет, ребят, кто уже присоединился. Начнем сейчас, пожалуй, наш стрим. Давайте проверим, что у нас там со звуком. Слышно меня, не слышно? Напишите обязательно в чате. А то дальше ничего не пойдет. Что-то в последнее время выделывается тут YouTube. Что-то то хочет показывать, то не хочет. А то дальше ничего не пойдет. Что-то в последнее время. Так, что-то так и не пойму, меня слышно или нет. Так, Денис Красноперов, привет. Так, что там у нас написали уже? У тебя есть какая-нибудь зверушка? У меня черепаха и рыбки. Да, у меня есть кошка. Маша зовут. Черепаха и рыбки, да? Клево. Так, привет всем от Виноградова. Есть. О, слышно. Доктор Снейк. Так, ну что ж, раз слышно, тогда самое время начинать, хотя еще вот 2 минуты, может быть, у нас кто-нибудь очень пунктуальный откроет имена в 17, ну это у меня 17:00, у вас 18 уже будет, ну кто из по Москве, я имею в виду. Так, ну то, что меня слышно, это уже хорошо. Так, я, наверное, пока что создам новый мир, ну и заодно... Заодно все вот эти настройки проверим. Итак, значит, назовем мы его как-нибудь, ну как его назвать, например, так, на английском. StreamPan, например, вот так. Режим выживания, больше опций. Так, наверное, пропишем тоже сид какой-нибудь, если вдруг захотите на такой же карте поиграть. Давайте также его и назовем там типа StreamPan. Таким образом. Так, мир. Сколько ты пропустил? Нисколько ты не пропустил, еще даже не начали. Так что все нормально. Так, значит, мир. Я хотел поставить вот этот реалистик, но что-то я боюсь, что с ним будут проблемы. То есть там биом на полкарты. Сейчас попадется какой-нибудь неудачный биом, и буду я бегать с этого биома искать другой какой-нибудь. Так, пан, предлагаю вам сыграть на следующем стриме Minecraft Story Mode. Как раз, ой, боже мой, только не про Story Mode, ребят. Story Mode это вообще не Minecraft, не надо про него даже упоминать. Так, слышно, хорошо. Так, значит, поставлю я, наверное, все-таки дефолтный мир. Пускай будет не так красиво, но зато, по крайней мере, ресурсы под рукой. То есть, все-таки, вот эти миры реалистик, там, большие биомы и так далее, они, наверное, все-таки больше подходят для какого-нибудь строительства чего-нибудь красивого. Хотя я, конечно, собираюсь что-то красивое строить, но все же оставим такой дефолтный мир. Так, я еще включу читы на всякий случай. Мало ли мне что-нибудь там придется отключить или включить, или еще что доброго сделать, так чтобы у меня на всякий случай работало. Естественно, читерить мы не будем. Это просто так, на всякий случай, потому что потом уже это не изменишь. Хорошо, создаем. Значит, все запомнили сид, да? Ну, если что, потом посмотрите на повторе. Так, создаем новый мир, посмотрим, что у нас там есть. Ну и тем более у нас уже время как раз началось стримить. Так. Напишите, кто играл уже в этой сборке. У кого, если что, что спрашивать. Так. Клевый мир. Вообще ничего нет. Так, опять же, я играю с шейдерами и на том же текстурпаке, как и в предыдущий раз. Так, пускай тут все прогрузится. Так, первый раз на стриме ты меня вдохновил. Ага. Ну, я рад, что я вдохновляю кого-нибудь. Читер, читер, да. Чит-мода я включил. Не, ну просто бывают такие моменты, когда, ну уж совсем сильно надо.
Так, смотрим, что у нас тут на карте есть уже. Уже что-то злое есть. Так, я вижу овец. Надо бы там быть. Так, тут вот какая-то пещерка. Тут я вижу, наверное, метеорит упал. Я так думаю, что нужно где-нибудь поближе сюда. Деревья, деревья, деревья. Горы, горы, реки. Давайте вот куда-нибудь сюда, наверное, прогуляемся. Так, значит, в этой сборке, ну, кто смотрел обзор такой краткий, я думаю, понял, о чем тут речь пойдет. Тут всякая торговля и так далее. Но можно, в принципе. А, вот пещерка хорошая. Просто замечательная пещерка. Надо вот ее приметить. А вообще, для начала, конечно же, с деревьев нужно начать. Вот это все мы откинем. Так, внизу немножко экран обрезан. Что, прям сильно обрезан? Вам видно инструменты? Но дело в том, что там масштабируется, у меня разрешение больше, чем 1280, поэтому чуть-чуть подправляли. Я, конечно, в принципе, могу сейчас попробовать подтянуть, но вы скажите, насколько прям серьезно. А что скажите-то? Я сейчас сам могу посмотреть, что вы там видите. Сейчас, дорублю дерево. Всем привет, Рамазанов. Тебе тоже привет, Вася. Так, сейчас я гляну, что вы там видите. Ну ладно, сейчас попробуем. Так, изменение сцены. Так вот нормально будет сейчас. Чик-чик-чик-чик-чик. То тогда с краев будет не видно. Какие-то черные полосы тогда пойдут. Нет, наверное, все-таки оставим как было. Так. Во. Во, вот так. Так, хорошо. Так, нормально? Так, ячейки с инструментами обрезаны. Ну, сейчас должно, по идее, быть нормально. Может быть, ты тоже бы там на весь экран развернул, что ли? Так, сейчас еще одно деревце срубим. Будем всякие инструменты пилить. Так, ячейки. Наполовину. А, наполовину ячейки обрезаны. Ну, вот сейчас же должно быть нормально. Напишите. Так, еще мне, кстати, интересно, вот сейчас идет трансляция, по идее, показывается ли реклама? Для меня это важно, ну, в смысле, вот эти баннеры, мешают они вам или нет. Вот, нормально написали, ну и хорошо. Так, значит, где-нибудь вот тут, в этой пещерке, я думаю, поселимся мы. Так, у меня, кстати, уже есть факелы, так что, в принципе, можно посмотреть, насколько она глубокая. О, она и не глубокая. Отлично. Отлично, отлично. Я бы даже здесь поставил верстачок. Так, и, наверное, мы сейчас сделаем сразу топор и все такое. Так. Мы, наверное, даже сделаем не топор, а кирку. Сразу нарубим камня, чтобы сделать все нормально. Так, нет, нету рекламы. Ну и хорошо. Ну и эту рекламу. Чтобы не мешало. Просто вот что мне, кстати, интересно было всегда, что те, кто играют в Майнкрафт, ну, может быть, и в другие какие-то игры, что вот именно реклама закрывает инструменты. И она, наверное, всех бесит, когда она появляется. Приходится ее убирать или как-то еще. Так, ладно, значит, на кирку, я думаю, уже есть. А, на кирку. Я штопор хотел. Надо быстренько набрать именно деревьев, деревьев, деревьев. Так, в принципе, еще бы, наверное, лопату сделать на всякий случай. Да, ну, наверное, и кирку. Да, и, наверное, и меч. Так, на всякий случай. А, стоп, 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 не то делаем. Так, вот, есть. Так, сделай верстак из тинкерса. Точно. Точно, вы правы. Я совсем забыл, тут же Tinker's Construct, и действительно из Tinker's верстак будет получше. Чтобы не выпадали вещи. Здесь его оставим. Так, я сейчас, наверное, пойду быстренько нарублю деревья. Где мой топор? Есть топор. Вот, чтобы ночь первую пережить. А еще, наверное, я сразу пойду овец побью. Так, надо здесь поставить хоум, чтобы я не потерялся, опять же. Так. Там, по-моему, буквочка Б.
Так, home, и выберем его каким-нибудь, ну, не знаю, желтеньким, беленьким. Во, нормалек, нормалек. Так, и пошлите овец бить. Где-то овцы я вижу, вот там у нас есть. Так, прямо сейчас устанавливаю эту сборку. Молодец, ставишь от бок и забываешь про рекламу на ютубе. Я чуть-чуть не с другой точки зрения вообще. Я-то вообще-то на рекламе зарабатываю. Не, ну в принципе да, я поставлю, если мне будет мешать. В принципе, она мне никогда особо не мешала. Ну, мешает, закрыл, да и все. Так, не то чтобы я там кучу зарабатываю, кстати, а то сейчас подумаете. Так, вот эти деревья, я думаю, тоже стоит порубить. Может, может быть, быстренько ферму замутим. Так. Да, сборка отличная, если честно. То есть вот как бы что, нечто свежее, нечто другое по сравнению то, что было. Я, кстати, еще хотел сделать обзор на одну сборку. Она похожа на эту, но только старая. Кстати, вот мне тоже интересует ваше мнение. Вот если, например, сборка с 1.64 Майнкрафта, будет ли она вам интересна? Но она, как бы ей там, в принципе, этой сборке все равно, какой Майнкрафт, потому что немножечко такая концепция чуть другая. Там вообще, в принципе, не важно, какая версия. Там главное именно суть игры самой. Так, почему не продолжаешь карту, начатую в Let's Try? У тебя первые монеты. Да, ну, я вообще-то, если честно, собираюсь в нее поиграть подольше. Поэтому уже начать заново. И, ну, тем более там были ошибки какие-то определенные. Ну, мне так кажется. Поэтому лучше начать. Лучше начать заново. Что-то у меня горло. Так. Еще деревьев и свиней, кстати, тоже. Иди сюда. Так, у тебя первый монет. Там монет-то было, господи, сколько там, штук 30. Ничего, мы нагоним и перегоним эти монеты. Тем более, мы сегодня все-таки постараемся подольше поиграть, чего-нибудь побольше достигнуть. Что касается, кстати, Infinity Evolved, то, что мы смотрели в прошлый раз. Ну, что-то я подумал, какая-то она нудная все-таки эта сборка. То есть, там нет ничего как бы особенного. Это просто моды, моды, моды. Особенность только в хардкорности. В хардкорности именно, ну, вот этих вот сложных рецептов и так далее. Что-то мне вот прям так кажется, что эта сборка не очень для летсплея. Так, Willow Wood какой-то, это из Вичери. А нет, это из Натуры. Вот, поэтому я ее что-то решил пока остановить. То есть пока продолжать ее не буду. По ней может быть хорошо снимать летсплей, там, знаете, потому что там развитие очень долгое. Что-то я рублю деревья все подряд. Ну ладно, будем, если что, украшать. Так, пан, не трать топор. На свиней не забывай про меч. А это веселее. Да, это веселее сборка. У топора такой же демейдж, как у... Ну, в смысле, не демейдж, а эффект. О, тут всякие вороны летают. Такой же эффект, как и у меча почти. То есть сколько вот у меча... У этого 4, да, у меча, ну, 5 на 1 больше. У Кирки 3, например. Поэтому, когда надо отмахаться, я топор использую. Ну и потом, пока бы я там переключил на меч. Ну и потом, что значит не трать? Это 3 кобблстоуна там или 2 кобблстоуна. О чем тут вообще можно говорить? Так, ладно, хватит нам, наверное, деревьев. Я думаю, на первое время прямо с головой. Сколько у нас там стак есть уже? Почти, да? Ладно, давайте до стака дорубим. И все. Так, тут у нас, кстати, звери злые, те же медведи. Поселись в большой деревне. Ну, деревню надо будет искать. У меня не хватит сейчас времени найти деревню. Мы в деревню как-нибудь потом нагрянем. Неожиданно, как всегда. Так, какое-то дерево странное. Так, ладненько, все, побежал я. Значит, это у нас еда. Надо же сделать кровать на всякий случай. Потому что ночью я пока что не хочу с ними воевать. С этими зомбями и так далее. Хотя по квесту там, по-моему, нужно мясо. Нужно мясо. Так, теперь бы надо здесь немножечко благоустроиться. Сейчас мы, наверное, немножко вырубим тут. Так, вот это у нас будет типа вход.
Так, лопата ж у меня есть. Да, надо бы, наверное, сначала выгрузить все свое барахло. Так, а ну-ка, так, можно в сундуке делать? Отлично. Давайте сразу 8 штук, чтобы все это раскидать. Так, ну и вот эта стеночка, мне кажется, очень даже... А, тут так нельзя ж построить. Так, вот сюда, наверное, еще прокопаемся чуть-чуть. Так. Кстати, поселить в деревне, это вы уже писали, да? Так, вот так вот откопаем. Сейчас вы скажете мне, почему я не лопатой копаю, потому что долго ее искать. Так, хорошо, значит, здесь у нас будет дерево и все, что касается дерева. Чик-чик, саженцы, всякие деревья, всякие кирки, которые уже не пора выкинуть сразу. Так, и, например, вот это. Так, вот тут всякий лут, в том числе книги. Так, вот это, так, это вообще еда. Под еду бы сделать вообще отдельную бы... отдельный бы сундучок, чтобы я потом не забывал. Так. И поставить его... Давайте вот тут. Ой, ночь, 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 ночь. Вижу. Так, шерсть. Блин. Так, что вы там мне пишете? А как тебе в тебе Infinity Insanity Return? Не знаю, такую сборку еще не смотрел. А, на дереве поселиться. Да ну на дереве поселиться, вы чё? Я уже не в том возрасте, чтобы селиться на дереве. Не, я шучу, конечно, но... ну, на дереве. Там дольше расстраивать. Тем более, все равно придется лазить в шахту там и так далее. Так, ладненько, пока здесь поставим и поспим. Так, ясненько. Так, ладненько, что у нас там? Я хотел поставить сундук под еду, но, наверное, нужно тут немножечко прорыть, освободить местечко. Во. Сейчас мы тут подровняем все. Так, кстати, вот тут у нас белый вот этот, что это у нас, не андезит, а как он, диорит. Я так думаю, что можно с помощью него сделать очень прикольный вход. Почему нет? Я сейчас не кидаюсь квесты выполнять, потому что я думаю, если я сейчас нормально поселюсь, тут расставлю все, то у меня как бы квесты пойдут сами собой, потому что там накопано будет все, что нужно и так далее. Сейчас мы еще пойдем погуляем, посмотрим, что там рядышком есть, какие там достопримечательности в том плане, что, ну, может, какие данжи. Так, как бы сделать, наверное, тут тоже сравняем. Так, оно недалеко от тебя находится. Дерево, да, недалеко от меня находится, но тащиться на дерево неохота, если честно. Ну, как-то я уже решил, что я сейчас в земле пока что обоснуюсь, а потом дом над этой шахтой как раз и построю. Тем более над ней вроде более-менее ровная площадка, так что очень даже удобно будет, наверное. Так. Ну вот, более-менее места побольше стало. Я думаю, сейчас у меня и булыжник хорошо. Так, надо пойти все-таки, конечно, по квестам кое-что пособирать, чтобы дальше там продолжалось. Ну, то есть, чтобы пооткрывались нужные. Так, ладно, придется этот тоже блок убрать и факелы повставлять. Во, светло, нормально. Так, а из этого, наверное, сейчас сделаем быстренько такие вот камушки, во-первых. И что-нибудь тут обстроим, так, чтобы по-нормальному было. Есть у меня лопата. Так, тут надо все заровнять. Ну, допустим, вот такой у нас будет вход. Да, пойдет. Пойдет, пойдет. Где он тут? Вот он. О, нормуль.
Так, тут посередине пускай будет дверца. Все отлично. Так, дальше. Старый он к земле тянет поближе. Я, да. Да, меня к земле. Так, оно не дает. Зрителям удобно на один монитор вывести стрим на полный экран, а на другой, в другом браузере, чат покрупнее. И что? Может быть, зрителям, да, так удобнее. Если у вас есть два монитора, то можно и три замутить тогда. В одном окне еще играть там в эту же сборку, лазить по этой же карте. Да, надо сделать себе место такое нормальное для просмотра стримов. Так, что-то у меня тут как-то косо получается. Так, тут мы, наверное, тоже пока уберем. Так, я так чувствую, что уже пора баррели делать. Вот для земли той же, для Cobblestone и так далее. Так. Вот. Нормалек. Так, и тут единственное, что... вот этот ряд тоже, наверное, уберем. Чтобы было красиво. Так, сделаем немножко ступенек. 4, наверное, мало. Вот столько. Так, тут же тоже надо как-то выходить. Так, поставим, наверное, вот так. Так, в этот сундук я хотел еду посбрасывать, да? Которая еще сырая даже. Кстати, об еде тоже надо уже подумать, по-моему. Так, тут мы сделаем вот так. А тут мы, наверное, прокопаем. Да, выход сделаем. Ну, еще какие-то семена даже нашли. Клево. Так, допустим, вот так, так. И у меня кончились ступеньки. Так, дверцу двойную делать с ножными пластинами гораздо удобнее входить-выходить. Да я обычно попадаю и в одинарную нормально. Ну, может быть, ты и прав. Так, значит, это мы сейчас тоже сделаем на ступеньке, введем. Тык. Так, во. Блядь, аж все блестит. Так, дверь надо сделать, на всякий случай согласен. Так, а вообще, надо бы уже несколько баррелей бы сделать. Да, было бы удобнее. Так, и факелов еще наделать. Так, ладно, сейчас мы баррелей немножко замутим. Вот три штуки как раз хватит. Так, из этого панель пойдут? Я думаю, да. Так, есть. Так, эти баррели поставим пока... Так, хочу вот сюда. О, пойдет. Так, земля у нас будет внизу. Чего у нас там еще много? Cobblestone. Cobblestone тут пускай будет. Так, здесь у нас всякий лут. Это вот такое. Так, это я хотел на факелы перевести. Дерево у нас тут. Так, это все типа лут. Так, этим пока питаться будем первое время. Так, ладненько, давайте посмотрим, хоть квестбук откроем, что у нас там нужно делать. Пан, запись стрима будет? Будет, да. Если ты собрался уже нас покинуть, то можешь смело. Так, запись должна быть, как и в прошлый раз. Да, должна. Дверцу двойную пока не буду делать. Так, значит, смотрим, что у нас там дальше по квесту. Значит, нам нужно найти землю, песок и гравий. Гравий я, по-моему, уже нашел, а может быть и нет. Так, пойдемте прогуляемся. Так, что там у нас с солнцем? Так, вроде нормально. Прогуляемся к этому метеориту. Где-то он... Вот он, да? Потому что я хочу глянуть, как там дела. Кстати, если честно, я вот что касается... О, кстати, гравий.
Кстати, гравий. Я не помню, он у меня там есть где-то или нет еще. Так, я вот думаю, тинкерс конструкторскую печку вообще как-то не хочется прям делать. Так, делай побыстрее печку из тинкерс. Только я сказал. Так, лучше люк вместо двери. Его зомби не ломают. Да, не подойдут зомби. Мы тут наставим всякие эти самые. Так, вот еще гравий, кстати. Так, и песок мне... Ой, это у нас коблстоун. Так, вот такой у нас тут метеорит стоит. Я хотел сказать, что ни разу метеорит не разбирал, если честно. Я во все сборки, где играю с Applied Energistic'ом, почему-то каким-то другим способом мне достается все остальное. То есть то какие-нибудь квесты, за квесты дают. Ну, то есть там, где метеоритов нет. А вот так, чтобы там на сервере, например, как-то я и не играл, чтобы вот с Applied Energistic'ом надо было что-то разбирать там. Так что, кто разбирал метеорит, то есть где там сундук? Я знаю, что там должен быть сундук, ну и все такое. Так, а вон данж какой-то. А давайте в данж. Или пока, наверное, не стоит. Нет, наверное, пока не стоит. Так, есть у меня еще лопата? Нету. Надо там, по-моему... А, земля у меня есть. Сейчас мы пойдем, наверное, зачтем квесты. И тогда уже, может быть, сходим в тот данж. Я знаю, там сундук стоит посередине. Да, привет, пан. А Вольвет еще будет? Ну, ребят, сразу говорю, Вольвет вот, ну, пока что нет. Пока что не будет, что-то она меня утомила, если честно. Я целый день отходил после этой Вольвет. И не знаю. Там просто там какая-то жесть, если честно. Такая, знаете, нудная жесть. Вот мне что-то не очень понравилось, если честно. Так, возьмем земли и зачтем этот квест. Так, обычно смотрю летсплей на удвоенной скорости. Оказывается, стрим это медленно. Да, медленно. Сундук строго в геометричном центре метеорита находится. Ага, копается тяжело. Понял. Копать будем как-нибудь попроще. Ну, в смысле, по-другому. Так, итак, мы получили первые монеты. Топор, кирку. Это все бумажное, яблочки. Спасибо. Так, деревянные инструменты. Давайте замутим, чтобы от нас отстали с этим делом. Так, где-то тут у нас есть дерево. Вот этого, наверное, хватит. Так, там нужно где-то, по-моему, три набора вот таких. Так, так. Лопата. Потом, что там еще нужно? Меч. Какой-то медведь у меня там рычит. И что я забыл еще? Топор. Так, он прям над ухом у меня. Сейчас, по-моему, ухо отжует. Где ты, Миша? Чего ты такой злой? Вон он стоит. А ну иди сюда. Да, блин, а он это злой. Ну, в смысле, твердый. Или как сказать, живучий. Так, ладненько, быстро спим, пока не началось. Так, метеорит. Только алмазом разбить можно. Сундук в центре, понятно. Будем искать алмазы. Так, значит, сделали мы все эти инструменты. Подтверждаем. Выберем тоже монеты. Честплейт нам дадут. Так, дальше нужно найти коблстоун опять и один флинт. Блин, а флинта нету, но есть гравий. Так, это же гравий, можно вот так флинт сделать. А, у меня есть, кстати, флинт. Так, хорошо, и коблстоун сейчас возьмем и зачтем тоже этот квест. Так, есть, заберем штаны. Так, еще вот всякую штуку нам надавали. Так, это у нас к еде больше относится. Так, и всякие вот остатки животных тоже, наверное, пригодится. Так, еще вот это мы тоже можем одеть. Я так думаю, надо сделать, наверное, отдельный сундучок. Для монет, чтобы мы всегда видели, сколько их у нас. Так, это все. А, еда у меня вот тут. Так, так. Кстати, по еде там тоже квест. Равмутон, это не то. По еде там тоже квест будет. Надо будет его тоже сдавать, получается. Так, землю выкинем. Диорит, всякое такое. Значит, вот тут у меня будут всякие блоки, наверное. Коблстоун, а нет, под коблстоун мы же решили вот этот сундук. Так, надо их залочить, чтобы я потом не путал.
Покушай. Всем привет. Покушать, да, надо уже. Тинкерс не убивает инструменты из всех модов. Вопрос настройки самого Тинкерс констракта, тех модов. А то ореспаун инструменты Тинкера не выигрывают. Выгоднее ореспаун инструменты использовать. Ореспаун, что это такое? Лучше сейф для монет сделаем. Да, сейф, но пока нечего делать сейф. А, кстати, а может быть и есть чего? Сейф. Я неправильно, наверное, его пишу, да, через С. Я не помню, как сейф пишется. Ладно. Так, мы, зрители, будем тебе такой себе европейской бабушкой. Пан, покушай. А, да, спасибо. Так, значит, покушал я. Все, ребятушки, я покушал. Так, ступеньки пока сюда. Шерсть, наверное, тоже пока сюда. Песок тоже сюда. Так, и вот эти бумажные инструменты пока что откинем. Так, все, я освободился. Давайте пойдем в данж сходим, пока у нас есть броня и более-менее какой-то меч. Потому что вдруг там сразу чего-нибудь прям совсем-совсем хорошее есть. Так, единственное, что надо подумать, как к нему. Пан, сколько тебе лет? Ну, ребят, ну открывайте контакт, смотрите, если прям сильно нужно. Инструмент полноценный мод на прохождение самостоятельный. Понятно. Так, ореспаун это... Ну, давайте посмотрим. Так, ореспаун. Ну, напишите, как он точно пишется. Что-то ничего из него не выходит. Сейф, да? Так, сейчас напишем сейф. Деревянный есть, хотите сказать? Так, карпентер блоки, блок железа, да, редстоун. Да, сейчас я как раз вот готов, в принципе, сейф сделать. Согласен. Я вообще хотел бы, допустим, какую-нибудь стеклянную банку или баррель какой-нибудь такой покруче. Ну да, или можно сейф. А, они, получается, там стакаются, да, в сейфе они не стакаются. Ну, в смысле, они там стаковая стакают. Не стаковая стакают, так сказать. Так, вон он этот данж. Если аккуратно к нему подобраться, то я думаю... Так, а вот то, что я никакие блоки не взял, это я вообще неправильно сделал. Так, сейчас мы тут попробуем по воде как-нибудь к нему залезть. Так, насколько я знаю, в этом данже, по-моему, что-то должно вылетать. То ли типа пчелы, то ли еще какая гадость. Или что похуже. Так. Я, наверное, как-то не очень стремительно, наверное, залезаю, да? Они там сейчас все заспавнятся, пока я лезу. Так, пан, сделай свою сборку. Не играй на ней. А, сделай свою сборку, играй на ней. Сейчас, секунду. Та-т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 а. Та-та-та. Да, бедненько, скажем так. Так, все, ничего не успело меня ужалить. Хорошо. О, кстати, уголь. О, кстати, пещера рядом. Так, свою сборку я делать не буду. Мне не 37, ребят. 36. Так. Тут ничего. Хорошо. Так, и вот коров стоило бы убить. Значит, по коровам там квест, надо мясо одно достать. Поэтому сейчас я, наверное, за ними быстренько сбегаю. Ау. Быстренько их накажем. А то ходят, знаете ли. Так. Ну и кушать же что-то надо все равно, а то тут народ следит за тем, чтобы я кушал. Так, хорошо, все. Теперь давайте заниматься квестами, точно. Там надо шахту рыть все равно, в любом случае. Железо добывать всякое. Так, тут глины нет случайно. Так, и действовать именно в направлении квестов. Так, где-то там мой дом. Вот можно было так вообще-то обойти, а я через гору поперся. О! Сейчас мы применим знания, которые я получил от моих подписчиков. Как добывать этот гравий? Вот так. Пиу. Пиу.
Он там, наверное, на траве стоит. Ты на чем стоишь, друг? Черт его знает, завис просто в воздухе и все. Так, а если мы ему подложим, а потом уберем? О, нормуль. Так, набрали чего-то, меди, наверное, что ли. Так, давно пана смотрю, а стрим он второй раз только вроде. Много ты пропустил? Нет, немного. Сортировка по средней кнопке мыши не работает. Мог же в сундуке нажать пробел лево после. Может быть, да. Я не помню все сочетания клавиш, ребят. Те, которыми пользуюсь часто, те помню. Вот, поэтому сортировка. Сортировка у меня вообще на R стоит. Где мой дом? Кто-нибудь помнит? Так, вот он, я его пробежал, уже успел. Так, все. Землю сюда. Чего мы там надобывали, кстати? Так, надо вот этот лут. Так, это что такое? Из Blood Magic, Alchemical Vision. Ну, клево. Так, вот это вот что такое? RF Tool. Тут какой-то неизвестный димлет. Я так понимаю, что его, с ним можно что-то сделать, типа Димлет Researcher. Что-нибудь сюда, и там он откроется. Типа сюрпризы, что ли? Может быть и нет. Ну да ладно. Значит, тогда тоже его пока сюда. Гравий. Так, все руды у нас будут, наверное, вот тут. Руды здесь. Что это мы такое? Копер нашли. Так, и мясо. Пора сделать печку, согласитесь. Самое, по-моему, что ни на есть время. И как бы даже не... не две. Так, угля у нас, конечно, маловато. Что у нас там по квестам идет? А, я, кстати, прошел же квест. Что мне выбрать? Монеты, наверное, выберу. Опять же. Инструмент это сделать можно. Так, а чего я... я железо-то не добыл. Понятно. Понятно, сейчас будем добывать. Так, печки есть. Печки, наверное, где-нибудь... где-нибудь вот тут ставим. Будет такая печечная стена у нас. Так, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. И пожарим, наверное... Так, вот это мясо надо оставить. Пожарим что-нибудь, что не понадобится. Так, кожу тоже сюда. А, вот это я хотел сюда, сюда. Что такое вот это? Чё-чё-чё? Shiny Bubble Project Zulu. Господи, шумот название, что... не то, не то, не знаю. Так, ладненько. Это сюда. Это сюда. Хорошо. Так, и пожарим вот это здесь, и нам надо бы покопаться где-нибудь. Так, что у нас тут уже есть? У нас уже есть железо, олово, это мы в данже нашли. Так, шахту буду копать, наверное, вертикальную, вот как на Летстрае делал, очень мне понравилось. Так, это что, у нас настолько мало дерева? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, сейчас посмотрим, сколько у нас лесенок из этого получится. Я думаю, получится нормально. Так, 54. А мы на уровне на каком? 64. Ну, как раз хватит. Так, 3 года точно в шахту иди, что ли. В шахту иди, что ли, точно. Надо идти в шахту. Мне вот интересно, сколько там у нас времени. Да ладно, не подойдут, поди. Так, есть чуть-чуть у меня этого. Есть с одной киркой я, наверное, не пойду туда. Надо сделать еще несколько. 6 штук возьмем. Хватит, я думаю. Так, и... чуть-чуть палок еще. Да блин, во. Так, ну надо же, наверное, еще и лопату, а то ж там какой-нибудь песок попадется обязательно. Так, все, пошлите по шахту. Так, я хочу где-нибудь вот тут ее замутить, вот где-нибудь прямо вот тут. Копер. Достался нам сразу копер. Так, здесь делаем посветлее. Ух ты, а там еще какая-то шахта. Так, это чего у нас? Тоже копер. Жалко. Железо бы. Так, олово. И все, и понесло меня. Копать руду. Так, зулу от... Зулусы. Туземцы такие, ага.
Не что ли я, что ли, штольня? Так, пись. А, в смысле, ты сказал. Понятно. Ничего я не понял с вами. Пишите на русском. Так, 50 кирок точно хватит. Не, 50 это много будет, но 2 кирки, чтобы нормально прокопаться, я думаю, будет достаточно. Так, где бы мы ее сделали? Наверное, где-нибудь вот тут. Так, там, наверное, лучше засветить, чтобы тут никто не заспавнился. А сюда это сильно далеко ходить. Поэтому где-нибудь вот тут. Все, вот тут копаемся. Ух ты, блин. А тут пчелы. Я не хочу их сейчас ломать, а вдруг пригодятся. Так, поэтому. Закроем. Будем копаться где-нибудь в другом месте. Вот тут пойдет. Так, что еще? Никто ничего не пишет. Понятно. Так, это что такое эмбер? Блин, а я эмбер сейчас не скопну, ж так и знай, да? Или скопну, но он не выпадет. Ясно. Так, первой кирки нема. Ну, это была такая поломанная почти. Так, что, вам не видно ничего? Мне все видно нормально. Так, и тут надо, наверное, выстраивать уже лесенку. Так, пойдет. Так, странно, я думал, ты из местности, где все знают, что такое штрек и штольня. Да, я знаю, что такое штольня. Что такое штрек, не очень знаю. Так, больше не буду шутить, ибо ты увлечен. Так, я так какую-то сборку постапокалипсис от FTB загружаю. Есть там, да, много хороших, интересных сборок с постапокалипсисом. Так, что-то я сейчас буду походу падать. Пью. Так, тут у нас так и знай какая-нибудь шахта. Так, так, так. И там кто-то уже шипит. Ух ты. Интересно. Ух ты, блин. Так, вот там, наверное, много чего интересного. Не знаю, надо, наверное, сейчас сразу попробовать там захватить вот эту всю часть. Так, да, я бы, наверное, сделал. Так, стримы будут только на Ютубе или на Твиче делать тоже будешь. Да я хочу на Твиче, но меня ж на Твиче-то никто особо и не знает, понимаете? Ну вот тут я вам объявил, вы пришли, а на Твиче буду я как дурачок. Ну и потом, на Твиче я не знаю, там нужно иметь аккаунт, чтобы, например, комментарии оставлять. Я ж так, чтобы удобнее вам было. На Твиче, наверное, прикольней, там все-таки, ну, побольше всего. Так, а вот мы железо нашли. Так. Эмбер для Таумкрафта. Да, знаю, что для Таумкрафта. И не знаю, буду ли я пока им заниматься или нет. Вообще, тут, конечно, в этой сборке получается интересно, что. Что чем бы ты ни занимался, все пригодится. Вот в чем дело. То есть, ну, как бы не развивать какой-то мод нет смысла, потому что на него есть квесты. Ну, в смысле, можно на нем зарабатывать, причем можно на некоторых неплохо зарабатывать. Так что у нас тут, да, у нас тут больше для выгоды. То есть я могу на том крафте, например, заработать что-нибудь на какой-нибудь реактор, так и знаю. Он, кстати, у нас тут есть что? Тут осмий. Осмий хорошее дело. Кстати, что там из него? Это же из механизма, я так понимаю. Что там из него можно сделать? Я знаю, что вот такие вот слитки, а вот из них, кстати, их можно отправлять. Так, а из них микросхема, а из микросхем все остальное. Да, надо копать. Так, да, нужно иметь аккаунт, чтобы коммент оставлять. Но там лучше, меньше задержка, да, и если, то зачем я могу следить? А, то, что за чатом я могу следить. А как мы потом сможем посмотреть? На Твиче там. Ну, во-первых, я могу тоже записывать параллельно. То есть в Ютубе получается немножко лучше в том плане, что вот ты записал, вот оно и уже сохранилось. То есть даже без всяких особых команд. На Твиче получается, там нужно самому. Так, что я только что срыл такое?
Ладно, наверное, что-то хорошее. Так, с этой веткой понятно. Все еще бы туда спуститься. Так, это что такое у нас? Алюминиевые кусты. Пока не хочу ими заниматься. Инвентарь забивать. Мне надо бы вниз. Мне бы вниз. Где вообще наша шахта-то? Откуда я вообще пришел? Никто не помнит. А, вот отсюда, да? Так, ладненько, тогда роем вот сюда. Ага, тут у нас тоже какая-то шахта. И там кто-то кого-то бьет, по-моему. Причем сильно ногами, по-моему, по лицу. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, зомби, привет. Че, хороший меч, зря его ругают. Блин, три дороги. Так, тут обрывчик. Тут, слава богу, не заберутся. Блин, чуть скелет меня не убил. Только что. Так, они там между собой. Ладно, не буду мешать. Так, тут надо все засветить. А лучше всего здесь пока, наверное, вообще закрыться. Потому что я что-то не могу это сосредоточиться с ними. Это, блин. Так, так, так. Все, закрылись. Сейчас еще в эту сторону пройдемся. Так. Замечательная пещерка. Так, так, так. Как мне повезло-то. Гляньте, и тут всякие руды, руды. Факелы кончились, вообще красота. Угля нету. Все хорошо, короче говоря. Так, ладно, будем чуть-чуть скапывать, потому что нам по квестам сдавать. Так, вот олово у нас тут есть. Так, задержка не особо парит. Пан не особо динамичен. Сейчас да. Я сейчас расслабился, поэтому как-то сегодня... Ну, во-первых, как, когда играешь, получается, без записи, ну, то есть без предварительной записи, у меня тут просто не будет возможности как бы все прям спланировать. Поэтому, ну, он на то и стрим, на то он и 3 часа идет. Так, что-то копер, копер, а где это самое, не копер? Так, вот, кстати, вот эти... Кристаллы, из них надо кирку сделать, чтобы добывать там всякое потруднее копающееся. Потому что до алмазов, я так чувствую, я не дойду с такими темпами. Так, все, копер, копер. Где железо, ребят? Мне бы железо. Так, стоп, это я тут уже замуровался. Где-то вот тут моя шахта. Ага, точно. Так, 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 так. Где-то тут она была. Я опять уже забыл, где. Так, вот она. Вот так вот вниз нужно копать, понятно. Так, а вот так должны идти. Понятно. Так, вот тут выстроим. Если честно, первый стрим... Я что-то настолько именно волновался. Я, ну, в смысле, думал, что что-то не получится. Так, ты мой самый любимый летсплейщик. Спасибо. Так, так, никакой уголь. А, накопать уголь. Да, надо. Дробилку из них сделай. А, дробилку из этих, из кристаллов. Точно, логично. Так, а ну-ка, что это у нас такое? Железо. Было прямо тут, а я не заметил. Ага, вот моя... это ж она же, да? Rock Hive. Так, ладно, у меня железо есть. Пора, наверное, сейчас пока вылезти временно. Может быть, глядишь, что-нибудь из железа путное сделаем. Потому что угля у меня все равно здесь нету. А надеяться на то, что он появится так вот внезапно, не хотелось бы. Так, это как-то надо, наверное, вот так, да? Угу, понятно. Так, без шейдеров таки лучше, я считаю. Не, я согласен, без шейдеров, по крайней мере, все понятно, все четко. Но что-то кажется, что вот красивше смотрится там та же природа, поэтому раз позволяет у меня это самое, компьютер такой тянуть, почему бы и нет. Так, сейчас мы сделать должны то,
что должны давно уже сделать. Оставить в конце концов дверь. О, гляньте, с шейдерами как клево. Дверь прозрачна. Так. Не она. Кусты опыта оставил. Ну, я там много чего оставил, потому что я за ними, собственно, и не ходил. Так, смотрим. Смотрим, что у нас тут имеется. Мы вот этот квест сдали. Сдали. Так, теперь нужно сделать инструмент. Это мне нужно пожарить, если не ошибаюсь, 5 железа. Жарься. Хорошо. Так, раскидаем, наверное, всякие железяки по вот этим местам. Так, из этого, говорите, сделать лучше дробилку. Вот эту, в смысле. То ли дело здесь дробилка, да? Смотрите, кабблстоун, камень, шестеренка делается из обычных палок. А в этом инфинити это же просто невозможно. Так, кости я какие-то нашел, флинт нашел. А ручную дробилку, я тут, по-моему, быстрее сделаю нормальную дробилку. А, я ее даже не сделаю, я ее получу бесплатно, ребят. Так что не буду я делать дробилку из этих самых, я лучше сделаю даже кирку. Так что вот так вот. Я пошел против всех, против системы. Так, это есть, это сюда. Что там у нас еще, гравий остался. Это сюда, диорит. Так, чуть-чуть мяса, и мне нужен уголь, да? Так, а тут из стака угля можно сделать один алмаз с помощью дробилки. С помощью какой дробилки? Так, ты сейчас больше в подвале, чем на природе. Ну, сейчас да, но я же когда-то выйду. Как выйду, как начну тут всякое смотреть. О, дерево, ну вот так примерно. Поэтому, ну, сейчас пока что да, в шахте. Ну, в том смысле, что шейдеры, может быть, и не нужны. Ну, если хотите, проголосуйте. Отключи шейдера, я отключу. Вообще без проблем. Так, флинт, это не сюда, это куда-то вот сюда. Так, ладно, мне ж нужно что? Так, еда тоже нужна. Железо тоже нужно. А, мне уголь нужен был, да? Так, еду мы закинем сюда, это поставим жариться. Уголь, конечно, в шахте лучше накопать, но у меня есть на этот случай вот такие штучки, которые запросто его заменяют. Для факелов, я имею в виду. Так, все есть. И мне нужно сделать инструменты, точно. Так, мне нужна кирка и меч. Это чтобы для квеста, в смысле. Так, надо уважать пана. Хочет, пусть будет. Ему так красивей. Так, ты пошел против системы. Теперь Скайнет будет охотиться за тобой. Не думаю, что именно Скайнет. Я думаю, мне тут есть кому охотиться. Так, вырасти огромное дерево, сделай на нем биолабораторию. Боже ты мой, какие у вас мысли? Что у вас в голове творится, ребят? Так, а копала и таскала еще будут или все? Так, копала и таскала будут, если будет какая-нибудь сборка. Опять же какая-нибудь с этими модами. И при этом с чем-нибудь таким интересным. То есть, чтобы именно была какая-нибудь средневековая, то, может быть, мы будем снимать Medieval 2. Кстати, эта сборка обновилась, но я посмотрел, они взяли и убрали жителей. Нормально, блин, ну, мод вот этот с жителями, где жениться надо. Но я так думаю, что из-за него просто лаги были серьезные. Что, собственно, у меня и началось в конце, кстати. Так, забираю монеты тоже. Итак, итого у нас монет 28. Не так уж и много. Так, и нам нужно построить где-нибудь пушку вот эту зарядить. Пусть будет, да. Так, что у нас там? Ступеньки, ступеньки. Вот у нас есть диорит. Сейчас мы замутим какую-нибудь пушку. Так. Я так думаю, что ее даже можно поставить как-нибудь повыше. Чтобы она больше охватывала. О, тут. Так, есть, 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 есть. Так, мне же надо ее как-то туда водрузить. Эй, шифтом. О, пошло дело. Так, она же дело в том, что крутится-то во все стороны и будет отстреливать так, как положено.
Так, зарядим пока. Так, пан, приручай, приучай себя читать чат не с конца. Ты чего теряешь нить? Ага, я понял. Так, он сам... Турелька, турелька, да. Над деревью, над дверью можно. Нет, вот я решил вот так поставить. Пластину нажимную поставь у двери, чтобы она сама закрывалась и открывалась. Хорошо. Начинай развивать индастриал, железо есть. Согласен. Так, надо сюда чем-то зарядить его. Что у меня там с коблой? Так, надо коблу немножечко поставить пережариваться. Был бы уголь, да? Поставили пережариваться. Так, давайте уголь найдем где-нибудь сверху желательно. Потому что в шахте оно пока, я его найду. А тут где-нибудь, так и знай, сверху прям лежит. Вот, например, где-нибудь возле метеорита. Не может же быть так, что без угля. Кстати, а эта кирка уже копает? Мне просто интересно. Или только алмазные прям надо? Так, вот тут отсюда можно, да? Очень медленно копает. Нет, я так не буду копать. Да, нужно... Короче, нужно тащиться вниз. Да, в самый низ. У меня факелы есть, поэтому, наверное, пока что займемся этим. Так, а вот эта таурелька, будет она работать или не будет, сейчас мы и посмотрим. Так, пластину нажимную поставить, это я понял. Сейчас мы сделаем. Я хотел же пожарить, а у меня даже угля нет. Ну-ка, может, он у меня где-то тут? Может быть, где-то я его находил да забыл. Дерево неохота тратить на это. Ну, кстати, оно вообще будет уголь из него получаться? Мне очень интересно. Да, вроде будет. Так, это пока закинем. Что нам тут дали? Это инструкция по таурелькам. А, ну, читаем. Это все, да? Lama fight by the disposable item turret is destroyed. Keep valuables away. Ага, то есть типа по мне оно тоже будет что ли попадать? Это они на это намекают. Понятно. Кто там так сильно каркает? Так, тут надо чуть-чуть подровнять. Хорошо. Ой, так, ладненько. Какой у нас вообще там план? Что нам надо делать? О, мы тут сумку получить можем. За 5 монет. Давайте получим. Вдруг там уголь. Он мне как раз нужен. Так, дальше. Нужно найти копер и олово. Это мы уже нашли. Блин, не попал. Так, копер и олово. Так, кто там у нас пришел? Так, надо делать алюминиевую кирку из алюмитовую, наверное, да, кирку. Так, Тинкерс кирку может развивай. Понятно. Привет всем, кто пришел только что. Привет всем. Забыл турель зарядить. Я тут полный лох. Да ладно. Да, турель я забыл зарядить, потому что я хотел пожарить кобблстоун. Так, давайте штук 16 пожарим. Вот у нас 2 угля есть. И зарядим таурельку. Тем более у нас тут ночь надвигается. Будет очень интересно, как она будет стрелять. Кстати, надо попробовать. А, ну у меня редстоуна нет. Короче, мне копать надо. Что мне там досталось в сумке? Динерплейт. Интересно. А, ну, короче, это тарелка просто. Это просто тарелка. То есть, например, вот если заведу кошечку какую-нибудь, я вот так вот поставлю, чик, вот, она будет тут кушать. Понятно. Не самый лучший подарок, но все же. Так, смотрим. Подтверждаем копер и олово. Теперь их надо пережарить. Понятненько. Так, это сюда. Копер. А где оно было? А, их же забрали его. Вот гады. Так, копер, олово. Так, это сюда. И смотрим. А, это мы еще не смотрим. Кстати, а что там у нас еще по этим квестам? Вот, яблочки нужна и бифштексы. О!
По-моему, начала стрелять, а ну. По кому стреляет? Ух ты, гляньте, курицу сбила. Или ворона. Прям над собой, наверное. Гляньте, перышко лежит. Ой, блин. Ладно, пускай занимается. Не, наверное, мы все-таки не будем испытывать судьбу. А хотя, наверное, будем. Потому что мне там по квесту нужно зомби-мясо. Пластину надо ставить внутри. Да, понятно, что внутри. Я еще ее не сделал даже. Так, вот вам пластина. Та-да. Гляньте, как дверька открывается медленно. Так, чик. Ну, вот раньше помню, там бабах, там дверью хлопали. Так, а ну, мне нужно зомби убить несколько. Так, смотрим по карте, где они там. Где-то там зомби, где-то там зомби. Чё-то никто и не подходит. Ну ладно, я думаю, подойдут. Ага, вот зомби какой-то прет. Так, есть. А по квесту надо сколько мяса зомби? 3. Так, а у меня одно, соответственно. Так, еще нужно, еще. Вон они там ходят где-то. Вон они, точно. Так, заряжай тарелки в таурель. Больнее будет. Так это ж можно по ним... О, уже по кому-то стреляет. Много интересно из него выбивает. 9 по 2, да? Ну что, нормально. Ой, блин. Чуть по мне не попал. Так, и что там, насколько уже... Да, быстро кончается. Ох ты, блин. Так, надо еще вот сюда лесенку сделать тоже. Что мы там пожарили? Медь, олово пожарим. Лут всякий. Повыбрасываем. Так, 2 зомби-мяса. Мне еще бы одно. Вроде где-то еще шипит. Ну, рычит, в смысле. Так, карта. По карте где-то вот тут вроде бы. Тут уже рассвет скоро будет. Вот когда надо, блин, зомби не найдешь. О, куда ты стреляешь? Не убивай сильно. Ля, их тут наприходило. Сейчас у нас зомби мясо будет все хорошо. О, я там голов нарубил. О, и по этой штуке стреляет. Ля, класс. Вот это таурелька. Это, по-моему, кстати, самая лучшая таурелька, которую я видел. Потому что есть еще другой мод с таурелями. И вот он как бы там чуть-чуть не так, не такой. Вон, опять погнал стрелять. Класс. Класс, пускай стреляет. Там, правда, патроны скоро кончатся. О, у меня сердечки есть. У меня вот такое что-то есть. Так, зомби-голова. Так, и 7 зомби-мяса. Так, все, наверное, хватит нам их убивать. Поспим лучше. Так, что-то я чат забыл читать. Так. Пан, посади деревья и занимайся своим делом. Пусть они себе растут. Тебе дерево пригодится. Дай за деревом сбегаю, там недалеко. Пластину надо ставить внутри. Ну, я поставил. Так, заряжай тарелки, это мы уже читали. Ага. Блин. Малисис Дорс какой-то мод отвечает за закрытие и открывание двери. Понятно, будем знать. Сделай плеер... Детектор для автоматического открывания двери. Плеер-детектор нужно сделать, да? То есть у меня пока что вот как бы там с оловом проблемы, совсем проблемы, а я уже плеер-детектор буду делать. Да, он, кстати, плеер. Тут, может быть, какой-то другой есть. Этот не крафтится. Этот не крафтится. Они не крафтятся. Какой еще плеер... Детектор. А, вот такой, наверное, да? Ну, да, то есть тут... Не, это плеер интерфейс, это чуть-чуть другое. У меня не 2 монитора, вот в чем дело. Я сейчас не в тех условиях, чтобы с 2 мониторами, извините. Было бы немножечко проще. У меня чат в углу, вы его не видите, но он у меня есть. Так, ладненько, давайте квесты поздадим. Поздаем. Так, на зомби мясо сдали квест. Возьмем монеты опять же. Так, на еду. На еду нужно взять еду просто. Взять еду такую и вот такую, rough beef. Так, manual submit, есть. Еще 5 монет, клево.
Так, на железо. Manual submit. Еще 5 монет. Спасибо. Так, и у меня открыты все направления, в которых можно двигаться. Вот теперь можно, собственно, и выбирать, что развивать и где торговать. Так, не то смотрел, может быть. Сколько еще будет стрим? Да пока не устану. До 8 планируем, а там, может быть, раньше. Ой, до 8 по Киеву, если по до 9 получается. До 9 по Москве. Так, из эктоплазмы можно делать свое измерение. Да, знаю. А, кстати, можно и сделать, кстати. А, ну у меня, правда, оно одно. А для ключа нужно... Так, для ключа, ну, нужно два, по-моему, как минимум. Да, это с железом соединяется. Из него делается ключ. А нет, одно можно. А чё, а давайте. Там будем монеты хранить. И потом потеряем ключ. Ладно, не сейчас. Не сейчас. Так, монеты у нас уже есть. Все хорошо. Так, это все нужно пока откинуть. Блин. Так, я стараюсь тут все сортировать. Но, блин, быстро забивается, конечно, инвентарь. Так, факелы есть. Пора идти, по-моему, за железом всяким. Так, а вообще не за железом надо идти. Вот, смотрим. General Store. Так, есть вот это у нас, за 10 монет нам дадут ваучер и вот эту штучку, и откроют там другие квесты. Так, ладно, берем монеты, будем сейчас тратить. Так, manual submit, забираем, есть. Так, и вот нам дают, смотрите, за один всего exchange token сразу дают alloy smelter. Разве не клево? Забираем. Так, народ, старайтесь давать только выполняемые сейчас советы, иначе нет смысла. Согласен, ребят. Так, тонкий. Что тонкий? Так, не то смотрел. Сколько еще будет стрим? Сказал уже. Из эктоплазмы делать свое измерение, это я уже читал. Так. Интересно, мод на охотников за привидениями есть? Не знаю. Так, развивай Industrial, там есть квест по нему. Да, Industrial хороший. А вообще, может быть, Ender.io все-таки? Потому что у нас из Ender.io... Вот мне бы поставить сейчас для генераторов... А вот, кстати, вот тут можно и поставить. Мне бы генератор сейчас. Хотя, правда, его заряжать особо нечем. Так, сейчас мы его вот тут высадим. Так, и посмотрим, что у нас там еще по квестам есть. Так, этот квест мы прошли. Так, что у нас тут? Это у нас на получение. Мне сейчас покупать ничего не нужно. У меня особо денег нету. Так, такое сердечко я не буду пока покупать. Так, а вот это мы можем, получается, забрать. Забираем. И вот это у нас тоже, получается, сагмил дают. Забираем. Клево. Так, и вот теперь тут можно как бы отправлять наоборот. Там, например, отправлять какие-нибудь семена. Seed supplicate. Ну, то есть, вот если навыращивать, то можно отправить. Всякие цветочки. Всякие вот такие штуки. За сделки нам будут что-то давать. Так. Тут у нас еще много чего открылось. Так, делай генератор. Углем. Эндер, вначале легче. Согмил и пару панелей солнечных. Пару панелей солнечных. Хорошая идея, кстати. Я не знаю, насколько он тут легко делается, эта солнечная панель, но что-то мне кажется, что не так уж и легко. Ну-ка, давайте посмотрим, что там из Ender.io есть. Ender.io. Так, солнечная панель из Ender.io. Что-то мне кажется, что она все-таки дорогая будет. Так, Advanced вот на Excel, это что-то не то. Так, ну можно как написать? Соляр, типа, соляр. Так, это солярки из этого. Это, кстати, ее тут алмазный блок уже нужен. Я так думаю, что там по-любому кварц какой-нибудь присутствует. Вот, кстати. Так. Это из механизма генератор солнечный. Он тоже там целое дело его делать. Короче, будем сейчас какой-нибудь генератор угольный все-таки. Генератор.
чтобы провода не тянуть далеко. Но это мы вытянем, да. Это мы вытянем. Так, генераторы. Какие у нас есть генераторы? Семифлюид генератор — это не то. Steam генератор. Так, Steam генератор. Железные пластины. Этот молоток злосчастный. Ну, тут он, слава богу, делается из обычных стиков. Так, вот такая катушка. Это опять же из таких пластин. Ох, много чего-то всего. Интересно, конечно, сколько он выдает. Тут резина всякая уже нужна. Копперплейты опять же. Нет, наверное, я все-таки сделаю попроще генератор. Реактор, контроллер. Вот есть, кстати, нагревательный генератор. Смотрите, три железа. Хотя нет, хотя нет. Но он просто как бы бесконечный, типа. Он же, но у меня еще лавы даже нет. Так что чуть-чуть отложим это дело. Сделаем мы, наверное, все-таки генератор. Steam генератор из Ender.io. Только он, наверное, не так называется как-нибудь. А где у нас Steam генератор? Так. Ой, не Steam, а Stirling. Так, а как же он? Вот он, Stirling генератор. Во, самый такой клевый. Гляньте, Cobblestone, палки. Сюда нужно одно железо. Redstone нужен. Так что придется, как ни крути, а в шахту лезть. Так, а что у нас там, кстати, еще по квестам? Так, генератор на лаве из механизма дешевый. Не... Так, стоп. С тобой снимать можно. Ты говоришь, что хочешь с летсплейщиком снимать. Вот я летсплейщик. Да, я хочу с хорошим летсплейщиком снять, если покажете свое видео и вы действительно крутые, то почему нет? Так, куда вебка будет? Пока не будет. На первом экране ряд плоских solar панелей, а ты кучу раз по ним... Да, я когда играю, могу чего-то не замечать, особенно когда снимаю. Так, генератор на лаве из механизма дешевой. Так, не будет, скорее всего, вебки. Пана, ты где живешь? Не скажу. И он топлива не требует. Он топлива не требует, в смысле, лавовый генератор. Ну, это в смысле нагревательный. Ну, так лавы еще нет. Надо лаву еще найти. Так. Вот еще какие есть квесты интересные. Давайте в них посмотрим. Гляньте. Вот эту штуку я хочу сделать. Toolbox называется. Она, по-моему, не очень дорогая. А если за нее еще и деньги дают? Так. Toolbox. Toolbox. Железо и палка. Класс, согласитесь. Только у меня угля нет, да? Ох, надо в шахту идти. Ох, надо в шахту идти. Как ни крутим. Так, железо. Что у нас там с железом? 4 железа, нужно 5, да? Давайте еще одну на чем угодно пожарим. Да, а вот саплингов у меня дофига. Почему бы нет? Так, сейчас пожарим, сделаем тулбокс и направимся в шахту, однозначно. Я так понимаю, что мне нужен отдельный, наверное, сундук под всякие вот эти вот дела. Да, надо где-то его замутить. Ну, в смысле, под всякие дела вот эти из этого мода. Так, сейчас мы сделаем маленький пока что сундучок. Так, и поставим его где-нибудь, не знаю, вот тут. Потому что здесь я буду как раз собирать, разбирать эти все. Так, так что вот эти все монетки, вот эти все ваучеры, все сюда. Монеты, по идее, бы тоже перетащить. Где там у нас... Так, таурелька у меня там молчит, походу кончились патроны. Да, надо шахту копать. Так, вот тут у нас будут монетки. Так, а здесь будет все остальное. Вот эти вот всякие прибамбасики. Так, и что-то кажется, что темновато. Так, что у нас там, ночь, да, прям такая сильная? Ой, я забыл про эту панель. Так, я выкладывал видео. Так, ВКонтакте посмотри, где он живет. Там написано, почему у таких классных летсплейщиков так мало подписчиков. Потому что у классных летсплейщиков классные подписчики, а классных подписчиков мало. Так, пан, поиграй в Fallout, не буду.
Пана, вышел сервер, будешь делать именно сервер, а не Realms. А ванил сервер будешь делать? Нет, ванильку я пока не буду делать. У него канал чисто под Майнкрафт. Да, потому что он так и называется. Пан Майнкрафт. Так, что у нас там с железка докопалась? Все, мы сейчас направимся с классным тулбоксом, или как он там называется? Да, тулбоксом. И будем клево копать. Так, значит, смотрите, в чем прикол этого тулбокса. Это кто не в курсе. Короче, вот если у меня есть инструменты, вот кирка, например, топор, лопата. Вот, если я копаю... Так. А как в него положить, кто-нибудь помнит? Кто-нибудь знает? Вот же ж, блин. Я не помню, как... А, вот, с шифтом нужно присесть и тогда сюда закинуть. Вот, лопату сюда закидываем, топор. Да можно, в принципе, и меч, наверное. Не знаю, будет ли с мечом это работать. И теперь просто копаем им. И он будет нужно выбирать. Так, на солнечную панель первого уровня надо 5 дерева, 1 редстоун. Редстоун-то нет? Уже все, дальше можно не читать. Редстоуна нет. Мне нужно спуститься поглубже к уровню 20-му, там это все накопать, и тогда дальше будет. Вот смотрите, я этой штукой копаю, и она сразу поменяла мне на кирку. Согласитесь, клево. Я просто когда увидел, мне так она понравилась, эта штука. Сама копает то, что, ну, из того, чего надо. Хочешь лопатой, хочешь этим. Ну, она меняет инструмент, получается, на правильный. Иногда это, кстати, наоборот, плохо. Она намеренно ставит не тот инструмент. Так, а вот и уголь. Мы его так искали. Так, если бы она еще и факела ставила. Кстати, она его случайно не ставит? А она случайно не ставит факела. Она факела сама ставит. Ну, правой клавишей, короче. Если факела туда поставить. Ох, и классная штука. Ля, мне понравилось. Так. Что-то не то. Я бы сейчас играл в технопроект. Жаль, что закрылся. Да, проекты открываются, закрываются. Чего жалеть-то? Это ж игра. Они для того и закрываются, чтобы открылись новые. Я никогда ни о каких проектах не жалею. Да, допустим, там на том же Матурине, где мы очень много времени проводили в свое время, играли, но я бы, допустим, сейчас заново ту же карту на той же сборке не хотел бы играть, наверное. А вот с этими же людьми, да, люди это, а сборки это что? Так, каменной копай, а не железной. Чего это? Я не буду каменной копать. Ну, то есть у меня железо как бы уже более-менее... А я, кстати, не железный копаю, а кварцевый вообще. Потому что я хочу быстро. Так, вот, видите, там написали даже. А это не железное. Так, лава тоже забираем. Так, нам же надо еще не забыть потом вылазить. Ух ты, черт. И, кстати, мне, наверное, она действительно вот... То, что правой клавишей ставит факелы. Я просто сейчас на галактике играю. Там привык уже правой клавишей ставить факелы. И потом, когда играешь где-нибудь в другом месте, правой клавишей ничего не ставится. Так что сейчас я думаю... Вот. А, вот, кстати, крипер. А что ты на меч не поменял? Ах ты, блин, потому что это тулбокс, а не арморбокс, да? Эх, да, жалко. Так бы, если еще и факелы ставил. Ну, в смысле, если бы еще и отбивался от мобов. Было бы вообще хорошо. Так. Вот это мы заберем. А я вообще-то за редстоуном, да? О, алюминий, кстати, по-моему, тоже нужен зачем-то. Так, сейчас мы тут эти шахты. А на каком мы уровне? 24-й. Тут, наверное, еще редстоуна нет. Может, уже и есть. Ля, какая шахта длинная, капец. Тут еще и криперов всяких много разных. Ой, как хорошо, что на этой сборке... Не взрывают криперы землю. Не надо ничего прописывать, а то я уже собрался. Так, а вот и уголь. Еще одна шахта, да. Так, да, люди
с людьми, с которыми поиграть хочется, в принципе, иногда даже не важно во что. Даже не в Майнкрафт. Вот. А проект... Вообще, в принципе, когда что-то строишь, там вот когда достроил, это, в общем-то, и есть конец игры. То есть нет, не придумали еще нормально насладиться тем, что ты построил. Так, а что у нас осмий так плохо копается? Он, по-моему, каменной киркой копался быстрее. Ага. Странно, согласитесь. Ух ты, у нас уже елорит тут есть. Прикольно. Так. Для алюмита нужен алюминий. Ну да. Серебро. Елорит. Так, есть. Все, надо назад, надо назад, надо назад. Сейчас мы железо. Железо просто понадобится много, скорее всего, поэтому его я копать буду везде, конечно. А так вообще нужно до дна дойти и там к редстоуну уже добраться. А там, глядишь, и алмазы недалеко. Так, мне вот интересно, с этим тулбоксом не видно, насколько потратилась кирка. Ну ладно. Когда поломается, тогда и конец. Так, вот, кстати, свинца у меня еще не было. Для коллекции надо взять. Ляпис. Ой, он такой аж зеленый. Клево. Так, ну где ляпис, там уже и редстоун должен быть, по идее. Так, железо. Так, кто-то там топал, топал. И не дотопал, наверное. Так, в честь праздника Рамазан, небось. Это что в честь праздника Рамазан? Наверное, я пропустил что-то, небось, да? Не заблудись. Я ищу людей для совместной игры на скайблоке. Ну вот опять же, Skyblock, например. Прикольный квест. Прикольным квестом он был тогда, когда впервые появился. Тогда действительно дерево, остров и ну и выживать, это было клево. Потом, да, было клево, когда к этому всему добавили моды. То есть из ванильного он превратился там в Agrarian Sky и тому подобные вещи. Вот. Сейчас получается, вот делают еще множество, я смотрю по сборкам, множество сборок квестовых именно с островом каким-нибудь, опять же, типа Skyblock. Но что там нового-то? Вот, то есть, опять же, просто, то есть, ну, вы понимаете меня, о чем я? Так. С шифтом ломается вся жила руды. Да ладно. Не ломается. С шифтом. Вся жила руды. Может быть, это не руда? Вообще руда. Так, на сервере. Что на сервере? На сервере в Skyblock поиграть, в смысле? Ну, может быть, это хорошо. Так, ладненько. Привет, зомби. Так, видимо, у нас ночь, да? Не иначе как. Тогда здесь сколько их? Гляньте, прут и прут. Что ж у меня там за уровень-то такой? Гляньте, прет с какой-то дубиной вообще. Или там с костью. А откуда вы, интересно, там прете? И прете. Так, где мой выход? Где моя шахта? Где мои вещи? Откуда я? Это кто-то мне писал, не заблудись. Так. Не понял, а дерево ломается? Так, пан, у нас с тобой одинаковый взгляд на желание нового. Наверное. Так. Где же я рыл? Так, ну ладно, я шрил почти возле своего дома, да, значит, где-то вот отсюда, точно. Так, ладно, пока вот эти каменные кирки по... Ох, а там железо. Да нет, что-то не оттуда. Кто сказал не заблудись? Кто вот это сглазил меня? А? Что меня тут и зомби прессуют, и куда идти, я не знаю. Блин, надо было в шахте поставить этот самый. Так, не, ну понятно, что мне не туда. Просто где-то ж у меня этот самый.
Так, наверное, где-то там. Хотя мне что-то помнится, что вот где-то тут я спустился. Вот же гадство. Вот же гадство. Так, да, по-моему, где-то. Во, вот тут я спустился. Во-во-во-во-во-во-во. Нашли. Так, надо попить. Так, понятно. Типа вот эта кирка. Если из тулбокса ее вытащить и копать шифтом, то она ломает сразу всю жилу. Проверяем. Ха-ха-ха. Спасибо, спасибо, согласен. Это клево было. Так, стоп, это я не ту часть ломаю. Где-то тут нужно это все делать. Так. Не, я вылазить еще не буду. Так, вот тут мне нужно, наверное, добавить меточку. Назовем его ствол. Так, я, блин, из-за чата не вижу, что я пишу. Ну да. Ствол. Что-то у меня прям правда першит и першит. Так, ладненько. Так, какой уровень? 22. Еще чуть-чуть. Блин, как же долго копается эта шахта. Это все вот отвлекают вот эти другие шахты. Да ладно. Ну, зато мы лаву нашли, ребят. Не ствол, так лаву. Ну, в смысле, не шахту прокопали, так лаву нашли. Так, а вот этим мы ставим правой клавишей. Ага. Так, и тут как-то надо обозначить, что больше не копать. Так, какой уровень? 17. Так, а, во. Так, еще и лориум нашли. А, вот так, типа. Ай, блин, надо было шифтом. Ух ты, блин, опять чуть в лаву не упал. Да ладно, ну что тут прям все в лаве. Как-то не клево. Так, лови, будешь эту сборку снимать? Так, надо опять сначала. Не ставь метку на лестнице. Я ее поставил не для того, чтобы потом телепортироваться, а просто чтобы, если я потеряю ствол этот, то я, чтобы его нашел. Я его вообще отключу потом, когда уже шахта будет готова. Она, в принципе, уже готова. Вот, копай себе вперед туда и все. Ищи редстоун. Что-то я, кстати, его здесь и... Да, вот он, собственно. Вот он, собственно, редстоун. Так, ну что ж, нашли. Но то, что у нас шифтом рубит всю руду, это вообще клево, ребят. Спасибо вам за такой совет. Я-то думал, кирка просто так. Это ж, я так понимаю, шифтом она рубит только эта кирка. Не может же быть счастья такого прям для всех кирок. Можно, конечно, проверить. Так, блин, что-то как мне здесь не нравится. Оп. Тут какая-то вода. Ни черта не видно. Так, ну там у нас лава, это хорошо. Вот оттуда они, наверное, валятся, да, ко мне. Понятно. Так. Какая хорошая шахта. Так, это что такое? Ух ты, платина. Ай! Чуть не потерял. Так, надо вот тут заткнуть. Так.
Так, не камильфо, это что такое? Solar 5X. А, то, что не хватало на... Это мне спасибо, но все рубят. А, спасибо, да. Все рубят? Да ладно, не рубят все. Я бы знал, как минимум. Хотя, а чё бы ты знал? Чё ты, Алексей, решил, что ты можешь такое знать? Может, и не знал. Это ж не знал. Может, правда, все рубят. Так, ну, допустим, ладно. С шифтом рублю. Блин! Я полжизни этого не знал, можно сказать. 3 года. Ну, это, наверное, может быть, недавно появилось, конечно. Но 3 года я не знал, что все кирки рубят. Ай-яй-яй-яй-яй. Это ж... Кто ж такое мод добавил-то, интересно. Какое ему огромное спасибо. Ну, вообще читер нас. В итоге. В итоге скажу вам так. Читерно. Ну, потому что иногда к жиле сложно подступиться. Хотя, может быть, он типа рубит, если ты сможешь достать до этой. Ну, может быть, как вариант. Так, надо вот эту водичку отсюда отгородить чуть-чуть. Так, так, так. Так, 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 так. Блин. Все. Так, так, у нас тут еще и обсидиан сейчас будет. Ну, так это вообще клево. Так, тут у нас защищать будет штука. Ля, я без шифта рубил всю жизнь. Блин, хоть бы кто сказал. Хоть бы кто, хоть один. Так, у меня все. А будешь эту сборку снимать? Да буду, буду пока. Пан, а почему ты стримишь на YouTube, а не на Twitch? Я уже рассказывал, не хочу. Так, запись сама остается для зрителей. Чит-код есть. Это мод на ленивость. Да, согласен. Киньте кто-нибудь 10 рублей на мой киви. Да, нормально, а? Так, мод Vein Miner такое делает, а его всегда отключал. Ага, дерево тоже рубит полностью. Понятно, понятно. Так, фу, блин, что-то мне этот текстураж. Так, а у нас эта кирка обсидиан рубит, кто не знает. Так, ну у нас уже есть редстоун. Это значит... привет, пан, привет. Так, что-то, по-моему, нет, не рубит она. Ясно, короче, это мод такой специальный, который рубит целую жилу. Но мне пока что он нравится. А вот у меня и поломалась кварцевая кирка. А, это я не умею рубить. Все, надо валить, короче, домой. Потому что редстоун у меня есть. Я уже могу хоть какие-то генераторы... Блин, где дом? Так, я откуда-то сверху, по-моему, да, спускался опять же. Вот для этого я и делал вот эту вот метку ствол, которую сейчас почему-то не вижу. Так, это у нас что там, хом, и вот тут где-то ствол, ясно. Короче, куда-то вот сюда. А, вот она, кстати. Так, а как же туда забираться-то? Откуда я, блин? Что-то тут все как-то поменялось, как-то все изменилось. Так, я пришел, наверное, вот оттуда, да? Или нет? Я опять потерялся. Так, а ну-ка это тут надо подсветить. Так. Ствол, ствол. Так, надо карту открыть и посмотреть. Где я и где ствол? Что-то я тут не вижу никаких. Хом вижу, ствол вижу. Так, вот прямо и направо, короче говоря. Ладно. Я думаю, мы найдем сейчас то, что нужно. То, что ищем. Что-то я не пойму вообще, как я сюда попал. А, наверное, откуда-то... Откуда-то отсюда, да? Во-во-во-во-во. Вот откуда я попал. Все, возвращаемся. Все, что накопали, сейчас будем сортировать. Так, а вот тут у нас должна быть лестничка. Так, а вы, кстати, насчет отметки. Я согласен. Надо здесь добавить шахта. Все, и сюда телепортироваться, потому что на стриме мало того, что я копаю, да еще и пешком хожу. Это, конечно, не клево. И вот сейчас я не знаю, зачем я лезу наверх, если можно написать просто home. А, ну я тогда не дома появлюсь, а там может ночь. Так что, вот так. Так, привет, пан. У пана это второй стрим жизни.
И песок, и глину тоже так же. Так, у тебя вайпа показывает, что не рубит. А, у тебя вайла показывает, что не рубит. Я немного пропустил. А, когда обсидиан рублю, показывает, что не рубит, ясно. Соль копает для еды. Зачем? Пока не надо мне. Играю в ту сборку и слушаю тебя параллельно. Молодец. Так, теперь можно. Надо меня не слушать параллельно, а смотреть параллельно. Я что, я ж не радио, ребят. Так, все, значит, металлы сюда. У меня теперь их много. Есть немножечко угля. Так, тут пока пускай саженцы побудут. Так, это сюда. Еще один чит-код. Так, здоровее будешь, если пешком ходить будешь. Ну, это по жизни согласен. Так, синебар какой-то накопали зачем-то. Так, все. Так, это у нас всякий мусор. Это вот сюда. Так, это тоже сюда. Это в металлы пока. Вот, если честно, вот правда, не хочу тинкерс-констрактовскую печку делать. Вот не лежит душа сейчас к ней. Это искать глину там всякую и так далее. Сейчас мы лучше замутим этот самый. Так, куда я? Вот это сюда, наверное, да? Мы сейчас лучше замутим генератор. Обычный стирлинговый генератор. Возьмем такие кобблстоун, который, кстати, где у нас? Вот он. Возьмем такие палку. Вообще надо дерево нарубить бы, да? Согласен. Потому что с деревом что-то совсем плохо. Редстоун мы сейчас пока сюда. Кварц сюда. Сейчас мы сделаем из этой кварцевой... Из этого кварца сделаем себе инструменты. Потому что мне почему-то понравились они. Почти как алмазные получается. И в то же время... Вот, и топор. Так, здесь их, вот эту гадость уберем. Так, ну, это лопаты у нас пока такой нет, а вот это поставим. Все, отличненько. Так, а это сюда в лут пока что закинем. Хотя, может пригодиться когда-нибудь, согласен. Так, это у нас в еду. Так, а это тоже пока что в лут. Так, все, пошлите дерево рубить. Сажаю ее рубить удобно, высота 7. Ну, пошлите по березе пройдемся, согласен. Так, где у нас тут березы растут? Так, вон я вижу березу. Пошлите за березой. Чтобы не бегать куда-нибудь рубить там, не пусть ТП использует, еще ленивый будешь. Так, пан, ты квест выполнил. Там 50 монет дают. Пана, ага, понял. Сервер по квесту надо глину копать. Да, хорошо, будем. Березу сажай, это понятно. Лава же нашел. Сделай генераторы из механизма. Их хоть кормить не надо. Согласен. Ой. А вот что он сейчас лопатой копал? О, перестроился на топор. Так, ну, с шифтом не копает. А, надо вытаскивать именно, да? Понятно. Хорошо. Так, с шифтом, да, действительно, рубит дерево целиком. Так зачем мне тогда березы? Их рубить удобнее. С моим-то шифтом очень даже ничего так рубится. Ох, и читерный мод, я согласен. Ну, ребят, ну просто, ну как бы я ж умею рубить деревья и по-любому нарублю их. Поэтому, наверное, для съемок мы будем им пользоваться. Не ругайтесь сильно. Сам не люблю такие облегчения. Вот, это, знаете, это все равно, что щелкаешь топором, и чтобы оно тебе еще и сам в инвентарь, да еще и в какой-нибудь сундук само попадало. То же самое, кстати. И, кстати, такое есть. Так, березу сажай. Ага, это мы читали. Левая же... лава же нашел, кормить не надо, ясно. Так, пан, ты квест прошел, попробуй с шифтом рубить. Ну вот, попробовал. Слава богу. Так, а саженцами топить? Что было под рукой, то и топил. Саженцы, видите, они сами опадают очень быстро, поэтому с ними обычно проблем вообще нет. Поэтому ими и топил. Я сейчас еще их и в генератор кидать буду. Подождите, вы сейчас такое увидите. Тут такой Майнкрафт начнется. Это просто капец. Так, все, надо не забывать собирать, а то я рублю-рублю,
оно потом все вот так остается. Все, я думаю, на первое время пока хватит дерева. Так, насчет генераторов. Да, действительно, лаву нашел. Надо, значит, делать лавовые генераторы. Они мало дают, правда. Очень мало дают. Вот, но в них действительно хоть не надо подкидывать. Потому что бесконечного источника здесь пока что никакого я не вижу другого. Так, так что вот те генераторы очень даже будут... Так, единственное, что я не помню, там как-то, по-моему, капризный был мод этот механизм на, по поводу труб там, ну, в смысле проводов и так далее. Может быть и нет. Ну, сейчас посмотрим. Так, что-то какое-то дерево странное, блин. А, из одной листвы это такое может быть? Вот оно, оно. Так, опадай, опадай, опадай. Так, все, много нарубили. Причем топор рубит все дерево, рубит стратой одной прочности. Нифига себе. Все равно для стрима пойдет. Потому что если еще стоять, нарубать деревья, это тоже. Так, кстати, на вот этих саженцах можно сделать генератор немножечко другой. Так, кстати, вот это у нас еда. Почему я еду не запасаю, тоже не знаю. Так, все я собрал. Ладно, еще вот эти два дерева. Короче, у нас тут такая была массовая вырубка деревьев. Конкретная причем. Все, пора валить домой. Бесконечный источник — это солнечные лучи. Согласен. Надо и солнечные генераторы делать. Так, из механизма провода удобнее. Хорошо. Будем из механизма их использовать. Так, я что-то уже голодный хожу. Так, а сейчас мы посмотрим... Что мы там по квесту можем пройтись? А, кстати, ну мы там железо жарили или нет? А его надо жарить. Потому что там железо участвует во многих квестах. А, я же хотел сделать генератор. Так, надо в первую очередь сделать генератор. И пока что мы, наверное, сделаем действительно стирлинговый. Несмотря на все... Или все-таки... Ладно. Вот это генератор... Ладно, сделаем все-таки вот такой, чтобы действительно его не питать. Так, где он тут, кстати? Он из механизма, вот он. Так, железо, осмий, коппер, печка. Ну да, недорого. А если их сделать еще и 4, то было бы вообще замечательно. Ладно, сделаем сначала парочку хотя бы. На парочку нужно 6 железа. Жарься. 4 получается меди. Так, сюда закинем. Дерево я, слава богу, нарубил. Сейчас мы лишнее откинем тут. Так, дерево возьмем вот столько. Я не помню, сколько там дерева, но я думаю, столько хватит. Так, да, генератор из механизма на биотопливе — хорошая штука, поэтому саженцы туда. Так, панели, а не генераторы, они и панели, и батарейки сразу. Ну, что-то сейчас вот неохота мне их искать. Ладно, давайте посмотрим. Панель. Так, вот такие типа панели. Solar Flux какой-то. Ага, вот, Projection Expansion. Вот какие панели есть. Да тут столько панелей. Какая из них? Так, это Solar Flux, это Solar Flux, Solar Flux. Так, первое делается из дерева, редстоуна и стекла. Ладно, согласен, это дешево, очень даже сильно дешево. Так, а тут нужно уже добавлять золото плюс редстоун. Сколько они вырабатывают? Capacity 50 тысяч, генерирует 2, трансфер 16. Ну, может быть, вы и правы. Так, из Ender.io. О, боже мой, тут всякие разные такие плохие штуки. Да, это не подходит нам. А, вот такая. Но это вообще не то. Это, по-моему, детекторы какие-то. Так. Solar Panel 1. Они в пассиве дают от лавы. Так, тот Баобаб с шифтом сруби. Ха-ха, вот тут здоровый, да? Да ну вы чё. Хотя, а почему нет?
Почему нет? Сразу куча дерева будет и закончатся мои вот эти всякие мучения. Так, железо есть, медь есть. Редстоуна сейчас тут возьмем, где-то тут он. Два, по-моему, нужно. И все-таки сделаем генераторы. Генератор. Единственное, что у меня воды еще нет. Вот чего у меня нет. Так, генератор. Так, а что это сейчас только что... А, это я в сундуке в плохом нахожусь. Так, генератор, генератор. Так, где он, хэт? Вот он. Железо. А, еще шосмий нужен. Блин. Осмий мы где-то накопали. Это олово. Вот оно, осмий. Ну, два так два. Так, и надо для них тут место какое-то вырыть пока. Чё я стою-то, собственно? Так, мы сейчас их куда-нибудь вот сюда запихнем. Провода, я так и знаю, там оловянные, скорее всего. А может быть, из осмия тоже. Или какой-нибудь там нужно будет, так и знай, делать какую-нибудь гадость. Так, мы сейчас вот так сделаем, наверное. Так, вот тут будут стоять генераторы. Вот тут лава налита. Вот здесь вода. О, медь. Вот же, блин. И, а ну, шифтом. Вот, видите, не скопнулась нижняя почему-то. А почему? А, потому что она у меня опять же в этом, внутри этого тулбокса. Блин, и поэтому сейчас стою, занимаюсь ерундой. Потому что лень вытаскивать. Не, надо, наверное, все-таки вытащить, все-таки, потому что часто нужно. Вот, почему-то вот это не скопнулось. Почему? Так, а мне что-то там еще и факелы кончились. А, у меня факелы кончились, наверное, вообще. Так, хорошо, хорошо. Значит, вот тут у нас будет вода. Так, тут у нас будет генератор. А, его ж нужно со всех сторон. Так, что вы там написали? Иркман, а мы на Space Astronomy начали. Оно не везде может использовать дерево из Баобаба. Ага. Кто начал где? Кстати, что хочет играть в Ferret? У меня есть хост. Угу. Так, Леха в ТС техносервер, помнишь, заходил я к вам. Так, Пакус, не помню я тебя, если честно. Сделай капаситор банк из Ender.io. Вода им не нужна. А, вода же им не нужна, точно, им только этот нужен. Это я перепутал с другим чуть-чуть генератором. Так, ну там получается как? Там получается, что он должен с четырех сторон быть окружен лавой, так? Так. Ну, то есть, чем больше он будет окружен лавой, тем лучше. Так, ну, допустим, вот так он будет стоять, да? Так, а второй где у меня тогда будет стоять? Так, а второй между ними. Там же у него еще, по-моему, есть направление. Так, надо его сделать сначала, мне кажется, а потом уже крутить. Там еще, кстати, чтобы крутить, ключ, так и знай, какой-нибудь пригодится. Так, что не хочешь? Доски есть. Железо есть. Что тебе надо? Копер, копер. А, печки у меня нету. Понятно. Так, что? А, вон она, кобблстоун есть. Так, раз, два. Так. И еще один. Не хочет. Так, а что сейчас не хочешь? Это есть. А, меди нет. Понятно, я меди мало пожарил. Так, ну и давайте посмотрим, как он там выглядит. Так, на Space Astronomy рейка стоят моды хромофо... Классный мод. Так, не, у меня... А у МИМ. Так, один блок лавы дает 20 РФ. Ага, понятно. Один блок лавы дает 20 РФ? За тик? Клево. Так, это тогда хороший этот самый. Так, вот таким вот проводом он, получается, должен
Подключаться. А, еще ж снизу, да? Еще ж снизу. Так, я надеюсь, он так не поломается. Нет, не поломается. Так, короче, мы его сюда поставим. А вот тут у нас еще будет еще лава. Так, а вот тут, получается, будет уже не лава. Здесь пойдет провод. Получается. Что там у нас за провода? Так, где он там у нас? В каком-то моде механизм? Механизм. Ой, механизм. Ох, тут провод, проводов. Что-то он вообще у меня так тормозит с этим делом. Гляньте, он сейчас зависнет. Так, дошли мы до проводов. Так, это вообще уже... А, это из механизма, это какие-то трубы. А, вот такие вот трубы. Ну, в смысле, провода. Ясно. Так, тут вообще сталь нужна. Это, наверное, какие-то очень серьезные. Basic Universal кабель. Во. Ingot Steel, Refined Iron Steel, Так, нет, я хочу какой-нибудь этот, кабель другой. А ну-ка. Я не верю, что аж такой кабель. Так, Ultimate Universal кабель. Вот, Basic. А что он из стали-то делается, почему? Так, ладно, а сталь как? Просто еще раз переплавить железо. Ну да, это я что-то, знаете, по гриктеху или там по другим модам я уже испугался. Так, сделай провода из механизма. Так, Иркман, зайди в ТС. Так, мне нравится, как он все быстрее и быстрее учится пропускать неважные комментарии. Да, вот в результате читаю... Не, я просто не успеваю смотреть. Я не помню, какой из них уже читал, какой не читал, поэтому... Так, а ну-ка, допустим, железо. Ладно, сейчас мы вот так сделаем. Закинем его опять. А, ну не закидывается опять сюда. И не жарится, да? Вот же ж адство. Так, и как же тогда... А, нам нужно из порошка делать, вспомнил я. Короче... Короче, есть и кабеля, и другие. Не хочу я из механизма. Блин, ну неужели там из стали только? Как так может быть? Так, остался кабель из Thermal Expansion. Вот, правильно. Thermal Expansion. Вот тебе куча проводов. Redstone, Flux Duct. О, Redstone. Стекло какое-то, свинец. Свинец я, по-моему, нарыл. А ну-ка. Два всего. Я чувствую, сейчас я наделаю провода. Ладно. А какой еще бывает кабель? Ну, только из свинца, да? А, тут можно еще, наверное... Да нет, только свинец. Так, вот мне еще интересно стекло. Надеюсь, там обычное стекло. А, у меня, кстати, песка-то... Песок у меня, интересно, есть? Вот он, песочек наш. Там по-любому стекло понадобится. Так, свинец, стекло и чего-то там еще. Так, обычное же стекло. Ты, господи. О, да, обычное стекло, наверное, можно. Так, обычное стекло, 2 свинца и 6 редстоуна. Пойдет. Стекло есть. Редстоун есть, да? Вот, 6 штук сразу дадут. Клево. Так, а лавы-то у меня вообще нет еще. Для лавы мне нужно, опять же, железо. Ух ты, какое колесо сделал. Так, ладно. Ну, наверное, их больше понадобится. Ладно, мы сейчас сделаем хотя бы на одном... Вот это вы меня сбили с толку. Надо было стерлинг-генератор делать, да и все. Остался кабель из Thermal Expansion. Песок, пожалуй, и глину покопай. Да не хочу сейчас пока глину копать. Она... Так, зачем я так иду, если я могу... Вот так сделать. Так, ладно. Где-то у нас тут была куча прям лавы. И опять вот эта зеленая лава. Всем нравится зеленая лава, да?
Так, стоп, я забываю, на что я нажимать надо. Мне хочется, что, карту открыть, вейпоинты и телепортироваться домой. Ау! Понимаете, почему надо чуть-чуть в другое место? А это все потому, что пушка не стреляет. Ладно, проехали. Так, хорошо, хорошо. Значит, мы сейчас как сделать-то хотим, чтобы получше-то было? Поставить его пока вот так. А я боюсь, что к нему не подключится сейчас этот самый. Этот провод обязательно не подключится. А нет, подключился, гад. Повезло ж ему. Так, и вот тут где-нибудь вниз прокопаем. Да и все. Три как раз мне хватило. Ура. Так, пошла энергия? Пошла. 25 аж уже. И сейчас 25. И сейчас... Во, пошло, пошло, пошло. 34, очень-очень мало. Так, короче, нужно слева, справа, сверху налить и так далее. Так, а где еще мы один вкопаем? А еще один поставим вот сюда. Под него лаву нальем, сюда нальем. И вообще все тогда будет хорошо. Короче говоря, на первое время повыживаем. Пошлите, короче, еще лавы наберем. Телепортнемся в наш шахту. Ух ты. Так, наберем еще лавы, хотя бы один. Так, и телепортнемся опять. Там еще один крипер как раз стоял. Нету. Так, блин, правда, тут у вас какие-то уже комментарии пошли, то ли сами собой вы там. Так, бас из ТС сделай, бак из термал... А, точно, 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 точно. И... Сделать бак. А так мне там что нужно? Обсидиан мне там нужно. Из термал экспеншн. Да, из термал экспеншн там, по-моему, не очень дорогой. Так, всем привет, я с вами. Макс, привет. Энергии генерируют как геотермалка. Наливаем рукой. Так, а ну-ка, из Thermal Expansion, что там у нас? Танки, по-моему, да? Там, по-моему, обычный делается не очень дорого. Только что-то я их тут не вижу. Это же у нас термал, термал. Так, вот оно, да? Hardnet, Reinforced, Resonant, блин, креатив. А, вот портабл, да? О, 4 железа иметь. Фу. Так, а ну-ка, может, мы там сразу и Hardnet сделаем. Тут инвар уже нужен. Инвара у меня пока нет. Так, ладненько, тогда действительно, вы правы, господа. Где у нас тут стекло еще? Так, сюда, наверное, угля. И медь нужна, по-моему, да? Так, надо уже пора дробить. Очень, очень медленно ты заряжаешь, друг. Очень медленно. Ну, сейчас уже чуть-чуть побыстрее пошло. Угу. Так, это у нас вообще что такое? Сагмил. Во. Во-во-во-во-во. Сейчас мы железо сюда закинем, пускай дробится. А там, кстати, получим еще и что-нибудь другое заодно. Так, три. Давай четвертую. И мне нужна медь. Медь у меня есть. Замечательно. И опять у меня какой-то хлам везде. Так, сюда пока печку. А, я же хотел второй генератор поставить, да, наверное? Да, наверное, хотел. Так, читаем, что вы пишете. Так, Альвианс у нас молодец. Так, тяжело не согласиться. Наркоша в ведре. Все, дальше что-то непонятное. Так, стекло есть, медь у нас есть. Мы же можем, в принципе, тогда и два сделать. А их один чуть-чуть не хватит. А жаль. Ладно, сейчас мы сюда наберем лавы и... И тогда сделаем нормальные генераторы. Так, шахта, телепорт. Так, где там наша бадья? Есть. Так, я, конечно, скоро буду тут не доставать. Так, а насколько она на 8, да? Ну, сейчас вот 8 и наберем. Так, ну, в принципе, это очень хорошо, что мы тут лаву нашли. Согласитесь. Так, вливайся.
Так, 8 и одно с собой, на всякий случай. Вдруг не хватит. Так, можно, в принципе, эту лаву туда залить прямо. Так, опять я пру пешком. Хотя можно вот так. Так, надо, конечно, блин, вот эту точку свою переставить возле дома. Потому что это не дело, конечно. Так, что там у меня со вторым этим генератором? Так, это у меня есть. Мне нужна еще одна медь, опять же, да? Так. Ага. Вот настолько все плохо. Ладно, подбавим газу. Так, сюда тоже нальем. Так, а ну-ка, сколько ты вырабатываешь в результате? Нисколько, чё-то. Ну, это он тут, типа, потихоньку 53, 54, 55. Стерлинг генератор лучше, ребят. Так, не, ну тут просто надо все, конечно, поставить по уму, тогда все будет действительно хорошо. Ага, провода-то у меня второго нет. Поэтому мы, наверное, поставим где-нибудь вот тут его. Да-да-да-да-да. Чтобы он к этой ветке подключился, да и все. Так, это уберем пока. Так, вот здесь тоже у нас будет лава. Как бы у меня там все потом, правда, не загорелось. Так, и вот туда тоже нальем лаву. Угу. Короче, какую-то фигню. Это вот вы меня все сбили. Вы виноваты, что я занялся этими дурацкими генераторами. Поставил бы стирлинговый, закинул бы уголек и жил бы счастливо. И еще и припеваючи. Так, ну ладно, уже начал, так начал. Короче, еще одну медь срочно надо пожарить. Так, так, остальное уже будем дробить каким-нибудь образом. Так, читаем, что вы там пишете. Так, всем привет, пан, запись потом выложи или выложу. Так, у нас бакс снимается киркой всегда. Так, у меня сообщение дублируется, ясно. Так, молотом, доктор, это кажется, что дублируется. У меня также кажется. Окей, это думаю... А то думаю спам. Нет, ничего, вы тут не дублируете, все нормально. Так, хорошо. Что там у нас с этим хед-генератором? Сейчас его опять искать. Генератор. Вот такой. Вот так делается, ага, конечно. Где-то я печку уже успел выкинуть. Решил, что она мне не нужна. Да нет, печка у меня есть. А, железа теперь не хватает, да? Так, это олово вообще. Так, а когда я уже начну квесты проходить? Вот напишите кто-нибудь. А когда ты уже начнешь квесты проходить? То стоишь там, что-то жаришь, себе жаришь. Не пойми что. Так, давайте еще третью железку, еще один генератор поставлю, и это будет все ужасно и некрасиво. И это во всем вы виноваты. Потому что вы меня заставили сделать именно так, с вот этими дурацкими генераторами. Так, подключим его вот сюда. Ох, загорится у меня там все в результате. Так, я киркой снимаю бак, потому что у меня ключа-то нет. Поэтому и снимаю киркой бак. Так, а ну-ка, если мы это сюда поставим, то мы тогда не выйдем, да? Так. Это я не туда поставил чуть-чуть. Так. 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 Так, так. И еще сюда. По ведру. Ну, типа того. Все, не хочу это больше видеть. Этот ужас. Так, вот эту штучку мы с тобой заберем. Так, единственное, что можно было бы, конечно, внутрь их подлить чуть-чуть. Так, ну что, хоть что-нибудь начало работать? Она их не обслуживает. И она, ну, тут что-то, видите, накапливает такое нелепое. Это плохие генераторы. Я буду ставить стирлинг. И надо было сразу сделать это.
Так, читаем, что вы там написали. Так, поставил бы панели и забыл бы о проблемах. Панели, я думаю, тоже медленно работают. Так, ты знаешь, что такое безумие? Так вот, безумие это когда развивает. Это тогда не развивать механизм. Да, так, цитата из Far Cry. Пана, когда ты уже квесты проходить начнешь? Да, действительно, точно, квесты, пацаны. А когда ты уже квесты начнешь? Блин, точно, квесты. Спасибо вот последнему, вот Максим, спасибо, что напомнил. Так, а что это такое все красное? Это случайно не блуд ночь там какая-нибудь? По-моему, она тут тоже есть. Так, какие-то семечки, blueberry seed. Нафиг, нафиг, вот это все, нафиг. Так, это вообще еда, это надо в еду. Кстати, вы заметили, что если на одном месте стоять, то не голодно никак. Так, желтые цветочки, суши у меня есть, все. Так, значит, я сделать все-таки хочу нормальный генератор. Где мой стирлинг, прекраснейший стирлинг-генератор? Да вот же ж он. Так, тут нужно пожарить кирпичи. Сейчас мы их пожарим, камень. А когда-то я жарил. Или не жарил, не помню уже. Так, что там еще ему нужно? Пистончик, редстоун, дерево, кобблстоун. Так, три этого, железо одно нужно. Так, а мы его тут уже надробили? Надробили. Так, вот тебе еще 4 железа делось. Хоть какой-то прирост. Так, что там еще нужно будет? Что там еще нужно будет? Так, поспи. Разгрузи инвентарь. Тебе такие семечки могут потом пригодиться в квестах. Согласен, поэтому я его и положил в сундук. Я ж не сказал, что это плохое семечко. Я сказал, что оно мне сейчас не нужно. Так, пистончик надо сделать. Пистончик, пистончик. Надо редстоунчик сначала. Вот он, кстати, у нас редстоунчик. И доски. Доски есть вроде бы все. Так, пистон есть. Сейчас один хотя бы генератор сделаем. Так, тут нужны палки, у меня их нет. Вот как раз 8 палок. Так, 2 шестерни. Ой, не тот двигатель. Кстати, а сколько он выдает? Не, ему, по-моему, вода нужна. А может и не нужна, не знаю. Ладно, лучше генератор. Здесь надо камни жарить, да? Печка, печка. Все, ясно. Так, делаем печку. Так, и мне нужно хотя бы 8, как раз хватит. Да. Спасибо. И чем мы теперь его будем питать? Конечно же, саженцами. Да, я люблю природу. Вот так мы его поставим, нормально тут все закинем. И 20 РФ затик, все сразу заработало. Ну, более-менее, ну, видите, как бы пошустрее хоть чуть-чуть. Конечно, это из-за того, что стирлинг-генератор поставил, как же ж иначе. Так, ладно, что там говорить у нас, поспать надо. Давайте поспим, почитаем, что вы там пишете. Так, сделай алмазный генератор, в него закидываешь уголь, и он выдает 100 РФ. Алмазный генератор, то есть вот сейчас можно прям, да, мне сделать. Так, если... Флинт, то заряди его в сагмил, будет больше выход побочных продуктов. Точно, согласен, есть такая штука. Если есть флинт, у нас есть гравий. А из гравия здесь можно сделать флинт. Так вот, чик, чик. И закинуть сюда. Чик, чик. И у нас будет побольше железа. Так, это есть. Дальше, теперь квесты. Квесты, давайте посмотрим, что у нас там предлагается по квестам. Кстати, а я тут забрал или не забрал? По-моему, нет. Ура, монеты. Так, а что там нам еще? Бэкпак, отличная штука, бэкпак. Я его сделал, только мне, по-моему, кожи нет, да? Нет, я убивал коров. Значит, кожа где-то должна быть. А как это я так, интересно, убивал коров, а кожи у меня нет? Это, а, потому что я сюда положил, да? Так, а сколько там на этот бэкпак надо? Бэкпак. По-моему, вот такой. 8 кожи, когда у тебя 6. Так, ну у нас же там день. У нас же там день. Так, вот эти кости тоже могут пригодиться. Так, а по карте я запросто могу найти коров. Так. В натуре вот этот баобаб может быть правым шифтом срубить. Так у меня инвентаря не хватит, чтобы его. Так, давайте глянем, что у нас тут в этом самом есть.
Так, Redwood. Три яблока. Мало. Так, вот они, коровы появились на горизонте. Сейчас мы сделаем бэкпак и будем в шахте подольше тогда находиться. Вам тогда будет интересно, интересно все это смотреть. Так, коровы, коровы, коровы. Есть. Так, овцы, овцы, овцы. Ну, вдруг пригодится, знаете ли. Так и знаю, в каком-нибудь квесте очень важном. Так. 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 Так, что это сейчас такое было какое-то? Фух. Это кого-то убили или что? Так, ладненько, овец покормили. Или что мы там с ними сделали? Подстригли. Так, и пошли дальше выполнять квесты. Ну, да, да, я знаю, что можно вот так, вот так. Home. Так, что там у нас еще? А алмазы ты накопаешь? Конечно, накопаю когда-то. А что он пойдет в шахту и накопает? Алмазы. Алмазный генератор генерирует 160 РФ за тек. Два флинта в левом нижнем сундуке. Левый нижний сундук, два флинта точно есть. И нам их вот сюда. Как быстро сгорели эти самые. О, гляньте, у нас что есть. Инвар всякий появился. И опять появился гравий, который можно вот так чик. Ага, это кобблстоун. А, это мы кобблстоун тут получили, так клево, да? Так, ну теперь все встало, потому что нет угля, естественно. Так, ну у нас есть дерево, которое можно пожарить и получить уголь. Так, и мы хотели сделать бэкпак. Кто, если забыл вдруг? Так, бэкпак. И зачесть квест по нему. Так, ах ты черт, тут еще нужно вот такое. Workbench бэкпак. Блин. Ладно, workbench бэкпак, это как-то, наверное, сундук. А, так это хороший бэкпак. Так. А почему ты любишь вращающуюся мини-карту? Я вообще не обращал внимания, какая там у меня... Так, выключите шейдеры. А вот у шейдеров так глаза устают, я не пойму сразу, в чем дело. Так, бакпаки из Forestry полезнее, они сами лут собирают. Бакпаки... А, ну в смысле к себе собирают, ну согласен, да. Так, ладно, сейчас мы сделаем... Подождите, 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 а что там было? Я сейчас вспомнил, что у этого рецепта... А, кожа плюс инвентарь. Так, а у меня кожи опять нет. Подождите, я столько коров нарубил, и что-то... Фу ты, блин. И что, вся кожа ушла, что ли? У меня же было 6, а я убил, что, 3 коров только? Ладно, сделаем потом. Сделаем потом. Я второй раз не хочу идти за кожей. Так, что тут еще? Незер оры всякие. Так, Dense Coal Ore. Ага, ее нужно что, прям с шелковым касанием, что ли? Ничего себе. Так, спавнеры всякие найти. Облака. Клево. Warbook, понятно, это из семян Barley Seed и Cotton Seed. Так, вот Cotton Seed надо бы делать, да. Так, что еще? Laser Strap. Хорошее дело, кстати. А, ну у меня одна кожа, что я там с ней сделаю? Ничего не сделаю. Так, ладненько, с этим понятно все. Давайте посмотрим, что там у нас еще есть. Так, вот тут можно всякие инструменты делать. Не инструменты, а всякие поделки. Ну, то есть, вот, ну, как бы, вот это вот все делается, да. Если это отправлять, за это можно получать монеты. То есть, производство как бы наладить можно. Так, research логи какой-то. Так, вот эти вот штуки можно всякие собирать и их тоже отдавать. Вот давайте даже посмотрим, что у меня там уже есть. Вот 3 таких у меня есть. Да, и, в общем-то, все. Как краска у меня тут уже накопилась, кстати. И вот из этой краски как раз и делаются вот эти поделки. Прикольно. Положи уголь в стирлинг-генератор. Я что-то не хочу его в стирлинг. Я вот уголь... А, спасибо. Так, уголь положили. Тут дальше сейчас пойдет
молоться, и нужно поставить побольше. Ну, а точнее говоря, все поставить. Не сюда, вот сюда. Так, давай еще. Флинт, флинт, флинт. А если у меня... Это, вот еще гравий. Это кобалстоун. Кстати, что этот кобалстоун делает? Мне надо, чтобы он тут всегда был. О. Так, гравий есть. Так. Вот, и будет типа побольше тогда всего. Так, а вот тут, в принципе, ж можно и жарить. Так, где у нас тут железо? Вот оно. Кстати, а что там из него еще пожарить можно? Так, вот можно инвар получить, если с ферреро, с металлом. Ну, кстати, он там где-то был нужен. Так, вот у нас ферророс. Давайте три штуки пожарим. Ух ты, блин, стоять, стоять, стоять. А куда он только что делся? Ой, блин, так. Alloys only. Ферророс что, ушел? А он три штуки ж сразу делает. Блин, сейчас инвар получится. Ладно, короче, видимо, вот так можно получить инвар, да. Можно, хорошо. Так, что у нас тут еще? Олово, железо. Все нормуль. Так. Делай джетпак. Может быть. Это много ниточек. 64 ниточки и 16 кожи. Большой бэкпак. Выключите, пожалуйста, шейдеры. Блин, да что ж вам так прямо сильно эти шейдеры? Ну ладно, чисто для вас. Все? Нормально? Да, действительно, получше. Так, ой, это я не то забрал. Вот это я хотел забрать. Так, уголь сюда пока подбрасывать будем. Так, все, нужно опять сосредоточиться, какие квесты мы там можем пройти. Так, и нам нужно открывать какую-нибудь ветку. Вот тут мы как раз сейчас и подумаем, чего лучше открывать. Так, фармашин. Стив Карт, Стинкерс Констракт. Electronic Mind. Вообще даже не знаю, что это за мод. Так, Strange Equipment. Ого. Так, The Factory Line. Вот что нам нужно открывать. Вот это я бы открыл. Stone Pickaxe, Redstone и 3 железа. Да. Да-да-да-да-да. Вот это надо открыть. Потому что ферма — это наше все. Так, два этих. Два редстоуна там, по-моему, он просил. Два редстоуна и каменная кирка, которая у меня, кстати, и есть. Но он так и знает, скажет, что мне нужна целая. Железо, оказывается, 3 нужно. Так, где я его жарю? Нигде не жарю, что ли? Так, тут у нас инвар. Железо заберем. Так, а это закинем. А что оно не за... Ах ты... Не понял. Что только... А, потому что тут нужно слитки только включить. Во. Все, жарься. Жарься, жарься. У нас 9 инвара есть. Вдруг что куда пригодится, на какую кирку или так далее. Так, инвар убираем. 3 железа у меня есть теперь. Так, и каменную кирку он все-таки меня заставляет делать заново. Но он все равно ее заберет. Почему-то он. Ну, он, наверное, ж. Так. Сделай автовыход в сундук из Сагмила. Автовыход в сундук. Ну, да, согласен. Согласен. Надо сделать автовыход в сундук. Делаем сундук. Так, потому что там действительно могут забиваться эти самые. И не выходить. Аут. Все. Тут, в принципе, можно еще и один сундук поставить, из которого будет все заходить, наоборот. Так, ладненько, я же там кирку начал делать, да? Надо не забыть про это. Ферророс — это конфетки такие. Да, есть такие. Ферророс Рошен, да? Стало немного лучше. Так, спасибо большое. Спасибо, без шейдеров лучше. Тебе ферма дерева нужна. Это энергия и ресурс. Согласен. Хорек заберет. А, хорек забирает, ну да. Так, это так, это так, это так. Где у нас кобблстоун? Вот он. Так.
Перепутал мясо с этим, с квестбуком. Так, берем монеты. Копим монеты, вдруг там что нам понадобится дорогое купить. Так, открыли мы вот эту ветку, да, The Factory. Она у нас, по идее, должна появиться где-то вот тут. Automation Station. Так, и тут какие-то вот МФР. Резина нужна, одна всего лишь. Недорого, надо быстро сделать. Где она тут у нас? У нас резина заканчивается, оказывается. Надо, где-то у меня тут были саплинги. И говорят, что их вроде как пора бы уже и посадить. Так, а у нас там чего, ночь что ли? Ночь это плохо. У меня кобблстоуна мало, надо сделать ноду. Вот что надо сделать, так это надо, это ноду. Чтобы она мне хотя бы кобблстоун добывала. Так, а ну где тут, кто тут кричит мне, жужжит на ухо постоянно? Какой-то недогоревший зомби, наверное. Так, а ферму мы где-нибудь, наверное, тогда вот здесь прямо и организуем, чтобы у меня все вниз туда шло. Хорошая идея. И тут пока что посадим вот эти деревья. Потому что они что-то вроде как уже мне и нужны даже. Эть, не хватило. Так, где там наш топор и с шифтом, да, говорить? Все, научили меня с шифтом рубить. Я обленюсь больше. Везде установлю этот мод на своих сборках. И буду рубить только так. Так, так, ладно, пока как-нибудь вот так беспорядочно. А потом, да, надо ферму. А ферму можно где-нибудь вот там поставить. Будет вообще хорошо. Так, это у нас есть... Резину надо пожарить сначала. Я уже пожарил одну. Так, теперь нам нужно пластик и это, да? И вот и это. Так, это сюда. Это тогда пока... Жарься быстрее. А, у нас уже тут есть печка еще. Так, из него получается пластик, а потом... Так, что вы там написали? Лол, долго стрим идет. А что у нас уже время? 5, 6, 7, 8. Ну, 2 часа идет. А, это вопрос был. Так, сделай крафтовый столик из Forestry. У него свой инвентарь есть. Запоминает 9 рецептов. Да, согласен. А что по истории квеста Харек забирает? Ну, Харек типа... Заправь турель. Нечем заправлять турель. У меня кобблстоуна мало. Я же его не копаю нигде. Никак. Так, это есть. Надо еще сюда вот это закинуть. Хорек, типа, ну, это символ того, что кто тащит все в дом. То есть, типа, хорьковый бизнес, это вроде как все тащишь в дом и потом это все продаешь. Я так понимаю, почему именно хорек. А продолжение на следующем стриме будет? Я думаю, будет. Вот эта сборка мне очень понравилась. По крайней мере, не знаю, может быть, я вижу, что тут потенциал у нее большой. То есть не просто эти моды развивать, а еще что-то там денег кучу заработать. Ну, я имею в виду на, вот в этой сборке именно. Так, это есть. Теперь пластик нужно сделать. А пластик, по-моему, вот так, да, делается. О, отлично. Hat and Wine. Ох ты, блин, Factory Machine Block. А, ну-ка, как он там делается? Factory Machine Block. Пластик и Stone, да? Как хорошо, что я его наделал камня. Так, сразу 3. Так, и пластик Pipe. Пластик Pipe. В пластик. Пластик пайп. И что-то нету. А, второй лист тут есть. Так, вот он, пластик пайп. 6 пластика, аж ничего себе. Кстати, а вот эти пластиковые пайпы, они зачем вообще? Они, в смысле, что передают? Что-то я так не помню даже. Так, Пан, ты начал 18.00, а уже 20.20. Ну, 19.20, ну, чё, 3 часа будем. Не, уже 20.20, всего 20.20. Так, кто в каком городе живет? Виданецк. Снимай по этой сборке обязательно. Кау... Чего?
Каунас какой-то. Продолжение будет, будет. Фрязино, Чернигов, Одесса. Одесса, привет. Чернигов, привет. Фрязино, вы где вообще? В какой стране? Так, короче, география большая, интересный город, норм. Да, не, это не город. Фрязино, в смысле. Ну, на О обычно... Ну, хотя, черт его знает. Ну, а Фрязино как звучит, как поселок какой-то. Так, у меня тут есть какая-то сумка неоткрытая. Так, Dear Chest. Прикольно. Кстати, его там где-то по этим нужно сдать. А, ну-ка. Продюс контракт. Так, это не то. Ресерчабле, нет, не то. Экспан ее винт. Вот где-то я видел, нужно сдать. Вот этот вот. Блин, где же я его видел-то? Значит, не тут. Build your home, наверное, вот тут. А, точно. О, гляньте, тут что-то много сдавалось уже. Так, здесь я беру монеты. Гляньте, тут краску я нашел клево. Сдаем монеты. Так, монеты надо складывать. Гляньте, два стака монет. Ху-ху. Так, чего я тут еще насдавал? Так, сделать сайн. Что это такое сигн? Не знаю, что такое сигн. Потом. Так, кучу этих самых надо наделать. О, кровати. Тут, ох, тут, блин. Да, прикольно. Так, что еще? Чизел. О, чизел. Все, чизел делаем обязательно. Без чизла от жизни нет. Так, я сам-то из города Кулебаки. Фрязино это Подмосковье. Привет. Так, всем привет. Не Одесса, а Одесса. С двумя S пишется, да. Хай. Ну, Одесса, по, если на украинском писать, то Одесса. С одной S. Так. Литва, лол. Полное название Наукоград Фрязино. Ну, красавцы. Так. Альвина, тебя занесло. Так, Прибалтика возле Калининграда. Как только в ад попадешь, там есть все ресурсы. Надо заводить бочку для монет. Сигна это табличка. Сделай табличку. Табличку. Хорошо. Вы сказали, сделай табличку. Пан сделал табличку. Так и живем. Табличка аж 3. Так. Так, вот такая у нас будет табличка. Ну, естественно, это было не для этого, а для того, чтобы сдать вот этот квест. Так, квест сдан, еще монет дают. Я не знаю, может быть, лучше сумки брать вместо монет. Так, big business, нифига себе, сейф. Gold ingot, так, класс, тут всякие. А, ну это ж можно делать вот в этой штуке с красителями. Кстати, да. Как говорят в Одессе, таки да. Так, что я тут? Вот он, Dear Chest. Я думаю, где-то я его видел. Так, Dear Chest есть. Тут мы сделали баррель. Клево. Гля, бабло как потекло. Вы видите? Так, сделать таурели 3 штуки. Блин, механически как-то мне неохота делать. Ладно. Что там у нас еще? Короче, нужно, видите, открывать всякие квесты. И будет тогда жизнь хорошая. Так, это Fuel Pellet. А что это такое? Так. Обустрой свою пещеру с помощью чизела. Так, Башкирия, город Старпитамак. Стерпитамак, вот так. Так, квест дай по ней. Одесса, вопрос не с S, а в мягком Е. Понимаете, Одесса. Так, в аду ресурсы есть такая за них... за них типа пигмены шею намылят. Ну, не факт. Так, в гости позовешь? Куда в гости? Монеты ты себе наторгуешь. Я в сумках уже могу сказать полезнее вещи. Да, согласен. Пан, приди все квесты. Так, из сумок прикольные нужные вещи могут попадаться. Бери их. Хорошо. Вот смотрим, что это такое. Fuel Pellet.
Fuel Pilot. Нет такого. Ага, вот он. Так, это что, уголь? Ха, прикольно. Прикольно. Так, что-то у меня тут скопилось очень много всего. Я хотел чизел сделать, да, и уже забыл. По-моему, он делается как-то вот очень просто, типа вот так. Да. Так, чизел, чизел, надо вспомнить, где он. А, ну ладно, сейчас пока не ушел далеко. Тут просто в квестах можно, получается, закопаться и не найтись потом. Так, это, по-моему, вот так, да? Fuel Pallet, и что с ним интересно делать? Так, Tools, Power Wrench, Power Wrench, Power Wrench. Так, а ну-ка, может тут в сумке Power Wrench. Мне, правда, надо инвентарь освободить, малеха. Что-то у меня тут дерево много накопилось. Руда, руда есть какая-то. Так, и нужно для механизмов, наверное, наделать еще. Так, а все остальное прям как-то даже инструменты. Короче, нам нужен сундук, этот самый, да, сундук для инструментов. Однозначно, однозначно. Голосую только за. Так, да еще и какой-нибудь двойной. Так, что-то я мало взял. Да, что-то я... А, у нас же есть вот эти дирчест. Прикольная штука, дирчест. Я не знаю, зачем она там сильно нужна. Ну, по-моему, для одного стака. How to use your dirt chest. Ну, типа, сюда кидаешь, да? А, что-то не кидается. А, сюда земля, наверное? Или как? Кто знает, зачем нужен dirt chest? Напишите. Так, чизел, чизер, алюлю. Да, руда, руда, цветы, цветы. Стрим идет 2 часа 30 минут. Ну, я на 3 часа вообще замахивался и пока что, в принципе, спокоен. Так, детство с рифмой я дружу. Чизел, чизел, алюлю. Угу, понятно. Так, монеты, монеты, монеты. Да, 3 стака уже монет. Клево. Так там можно уже, получается, что-то купить на них. Да что-нибудь серьезное. Можно эти наделать. Кто они? Ваучеры. Так, Soul Wild. Ну, она... Что, это пустая просто, да? Ну, согласен. Полезная вещь. Когда-нибудь. MFR Master Good Blin Bag. Причем так написано. Блин бэк. Блин сумку нам досталось, понимаете? Класс. Сейчас мы ее будем открывать. Но это чуть позже. Так, Redstone Thruster. Так, чего вы мне сразу не сказали вот это все сделать? Так, где у нас тут нормальный сундук? Сейчас мы его для механизмов вот сюда куда-нибудь вроем. Так, закинем сюда все вот эти прибамбасы с инструментами. Чизел туда же. Так, из чизела я потом дом буду строить. Так, и как там этим рюкзаком пользоваться-то? Просто типа открываешь и все. Вот куда нужно все инструменты складывать, а не сюда. Вот в этот сундук мне и нужно инструменты складывать. Не сундук, а рюкзак. Так, кирка сюда, стрелы сюда. Может быть пригодятся, ведро. Все, нормуль. Нормуль, нормуль. Так, пластик это к инструментам тоже отнесем. Потому что из него делаются всякие штуки. Селишь сундук. Ля, в натуре, что я с этими парюсь? О, вот так надо поставить. Так, прикольно. И вот сюда как раз и нужно ставить все вот эти мои прибамбасы. Так, как я не хотел жить в пещере, что-то чувствую, что уже обосновываюсь. Так, что еще нам досталось? О, для карпентера молоток. Это я бы даже положил в сумку с собой. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Вот он. Так, что там пишут? Руда, руда, цветы, цветы. Руды добывать не забывай. А зачем мне руды? Мне так все хорошо. Так, если видишь, что 3 часа прошло, а тебе все хочется и можешь снимать, то можем стрим еще. Да не, ребят, ну это больше 3, это будет уже перебор. Поставь вместо сигнил в печку автоматизация. Пусть сам управляет действиями, ведь все надо сразу плавить. Да что там управлять? Тут сундук надо слева поставить. Где он, кстати? Вот. Вот же сундук, да? Ненужный. Ставим сундук. Так, сюда он выбрасывает, получается, да? А сюда будет забрасывать. Так. Так. И сюда руды давайте все закинем, в общем-то. Так, вот такие
Иллориум пока не надо. Осми это тоже пригодится. Это надо. Синебар мне пока не надо. А, он отсюда сам забирать не будет. Или забирает? Забирает. Все клево. Вот за что я люблю вот эти сагмилы всякие. За то, что они сами все-таки забирают. Так, пусть сам управляет действиями. Ставим лайки. Ставим лайки. Так, по-украински разумеешь? Авжеш. Так, я, а що, разумею, він. Круто. Ребят, я сейчас во Львове. Как вы думаете, меня окружает этот украинский язык со всех сторон? Как только ты заходишь в лифт, все вокруг. Так, на начальных этапах инструменты из Осмия самые эффективные. Проверим. Итак, открываем штуку, смотрите. МФР, Master Good Bank. Master Good. Она, короче, содержит что-то из МФР. Это тоже сумка, но только МФРная. Открываем. Получаем что? Опять. Manufactory Blind Bag Series G1. Еще какая-то сумка. Открываем ее. Получаем. Chunk Loader. А он мне сейчас тут как бы зачем? Чтобы где-то далеко поставить. Чтобы... Он, кстати, там как? Наверное, питается... Он, наверное, эссенцией питается, да? Или лавой какой? Ну, что-то мы такое получили прикольное. Если честно, я даже не знаю, чем этот Chunk Loader. Ну, то есть понятно, если он как Chunk Loader. На чем он питается? На эссенции, наверное. Так, как вы вторую точку над «и» ставите? А у нас клавиатуры специальные. Вопрос. Ставишь и еще точку через Shift. Нет. На Украине продаются украинские клавиатуры. У них точка с двумя «и». Сейчас скажу вам даже где. Или у меня русская. Во, блин. Ну, я просто редко им пользуюсь. А, прикиньте, у меня русская клавиатура. Купил во Львове. У меня здесь нету украинских букв на ней, оказывается. Где еще купишь русскую клавиатуру? Есть такая песня. Тильки зі Львову. В Львові там так поют. Так, ладно. Это мы закидываем. Так, иди построить дом. Google равно очки. Как вы вторую... Так, понятно. Так, да, язык в раскладке клавы сменить же можно. Не, ну естественно. Во-первых, должен установлен быть украинский язык. И тогда на самой клавиатуре вот там указаны кнопки с украинскими буквами. Там их, в принципе, их, по-моему, штуки 4, там 5. Добавлено и с двумя точками, там Е украинская, она по-другому, как Э наоборот, и так далее. Так, все, не отвлекайте меня, я ж играю. Так, ключ. Что это я делал такое? Это я там что-то такое вот эту штуку сделал, да, теперь PA в range, а ну. Так, PA в range. Он, по-моему, какой-то простой, да, как вы сами видите. Так. Там железо посередине, по-моему, вот так, да? Не, ну ключ тоже штука полезная. Кстати, из какого это мода? Progressive Automation? Офигеть. Я не успеваю за этими модами, оказывается, ребят. Так, берем сумку тогда. Черт с ними, с монетами. Вау! А, этот Progressive Automation. Я понял. Этот Progressive Automation, который делает тоже фирмы. Я хочу такие. Я хочу вот пластик пайп делать. Так. А ну-ка. Пластик пайп мы сейчас, кстати, замутим. Так, пластик пайп. Что вы мне пишете, сколько длится стрим? Ну, через 25 минут мы закончим. Так, пещера пусть подвалом будет, а наверху дом 2 забабахай. Да. Копай, копай и копай, потом быстро разовьешься. Не напоминай про временно стримить, заиграться подольше. Уже напомнили, уже все
Я уже готов закончить. Бейте его, бейте кого, кому хочется больше. Не, я шучу. Ну, 3 часа я планировал. 2-3 часа. Так, сумки, сумки. Что там еще в сумках? Еще одна Hardened Thruster. У меня такая уже есть, по-моему, где-то. Так, и еще один Carpenter молоток. Не всегда получается вот все прям. Так, вот его как бы... Давайте его зарядим вот в эту штуку. Ой. Кому-нибудь прилетит. Ну, там зомби уже какой-то рычит, так что это... Так, а у меня что-то угля нет. А вот эти штуки тут работают? Работают. Burn rate 2x. Так, короче, нам нужен уголь, ребятушки. Нужен уголь, нам нужно дерево, наверное, для этого немножечко пожарить. Так, что у нас там за это дали? Hurtin Vine. Так, это мы взяли. А, я этот квест уже типа прошел, да? Или как, или что? А что, мне остальные квесты не открылись? Или я чего-то не... А, тут еще есть. Так, хаммер. Хаммер — это хорошая штука. Я помню, как его делать. У меня все для этого есть. Видите, как все четко тут мне хватает прямо. Так, журнал. Берем журнал. Я что-то думаю, что это журнал. Никакая это не сумка. Вот, открылась куча всего. Пластик тулс. Вот такую соломинку можно сделать. Так, что у нас там еще? Две сумки. Так, вот это нужно сюда закинуть. Ну, в рейндж тоже сюда. Так, копай, копай. Так. Дик, дик, дик. Это меня бить молотками. Стрелять это занятно. А, знатно. Из Narden Cluster можно потом джетпак сделать. Да, знаю. Кому-то будет очень больно. Очень вовремя. Вы слышали? Молотком кому-то залетело все-таки. Видите, что? Кого-то он сбил. А, по пауку, наверное. По пауку молотком, а ну. А он же, наверное, уже сейший. А он стреляет всем подряд. Землей, землей. Так, что у меня тут еще есть? Не, дерево не отдам. Ничего больше не отдам. О, аля, там много, что-то я накрутил, видать. Он, наверное, не очень... А, он, наверное, много, немного тратит. Так. Из Narden Cluster можно потом джетпак. Кому-то будет очень... А, это я уже все читал, извините. Так, еще один... А, минус 7% дик. А, ну-ка. Что-то я не понял. А, он сразу идет с лопатой и с факелами. Или это... Или я чего-то не понимаю. Ладно, засунем это обратно. Это сюда. Так, это я в этом, наверное, да? А в этом у нас ничего. Так, минус 17% дикчит. А, то есть он медленнее копает, но зато сам подбирает. Я вас понял. Так, это все закинем сюда. Так, у меня уже есть такой, есть такой. Из него потом можно, да, сделать джетпак. Но это будет, наверное, чуть-чуть позже. Так, что еще в сумке досталось? Еще одна соло эта штука. Так, это ловить души, типа. А, их, по-моему, можно, как бы, ну, типа... Кто ж это все рычит-то тут, блин? Где-то, наверное, в какой-нибудь шахте застрял собака. Так, вот у нас и деревья уже выросли. Ага, тут шифтом не копает. Да, вот, в общем, с одной стороны, вроде как и удобно, а с другой стороны и не очень. Поставь хоппер, загрузи по полной. Нечем загружать, понимаете? Нету патронов никаких. Надо ноду поставить для кобблстоуна, точно. Пускай отстреливает. У меня уже для ноды, по-моему, все есть. А еще неплохо бы открыть этот самый квест для них.
так и знай, есть какой-нибудь для extra utilities. По-моему, вот это он, собственно, и есть. Но тут же нужны эндерперлы. У меня-то их нету. Так, ботания есть квест. External expansion есть квест. Надо его тоже, по идее, делать. Так, но все-таки, наверное, надо вот этим заниматься. Ферму надо построить сначала. Пускай она добывает дерево много. Этим деревом же питается. Ну, по логике, да. По логике, да. Так, а еще у меня куча монет. Вот их, кстати, можно переделать сейчас в ваучеры и пойди что-нибудь купить там. Кстати, о рыбках. А что у нас тут? Automation Station. Так, ну это все нужно делать. За это дают деньги, да? А какой-нибудь магазин. Так, Protection Your Life. Это все не то. Build Your Home. Вот сколько всего открылось. Библиокрафт. Так, это не надо нам. Так, вот что-то я тут прошел. А, я ж чизил. И даже не забрал награду. Забрал. Так, еще одна. Еще две сумки почему-то. Так, Equipment Skin Tap Light. Есть. И Wooden Miner. Еще и два. Еще и даже два. А что, он сам, говорите, умеет копать? Кто знает. Так, землю никто не отменял. А что, земли много? Ладно. Земля есть, согласен. Чик. Пускай, как можно... Как получается, в смысле, стреляет. Так, монеты сюда. Что это такое? Юпинсплайт. Что там из него можно сделать? Скининг тейбл. Так, так, камень, red wool, equipment. И что из нее можно делать? Ничего, это какая-то штука, которая что, скин там меняет, что ли? Ой, сколько много всего неизведанного. Так, строй дом, строй дом. Майнеры не очень. Закидываем его. Ясно. Так, значит, смотрите, я прошел, получается, квест еще вот с этой штукой. Так, где-то Automaton Station. Или тут нужно именно Wooden Chopper, Stone Chopper. Так, а может быть, действительно на этом чоппере сделать? Он тоже сам рубит, там только ему топоры подкидывай и все. Да, я бы сделал, наверное, Wooden Chopper. Это, конечно, не МФР, но зато он автономный. Так, Wooden Chopper. Делается несложно, в основном из дерева. Дерево мы имеем. Так. Вот таким образом сделаем тапу кирку. Бывает. Что поделаешь. Старый я стал. Так, вот это сюда. Так, деревянный топор. Что там у нас? Сундуки. Надо сундуков наделать, а то вечно не хватает. Так, это. А, еще печка нужна. Так, вот видите, вот так вот бы сейчас оп, и не хватило кобблстоуна. А так есть. Так, Wooden Chopper, блин, не хочет. Так, деревянный топор и вот эта штука, да? Так, Wooden Chopper есть. Майнер в один блок не нужен. Тот майнер с апгрейдами неплохо работает. Вот тут их есть. Так, наглая самореклама, подписывайся на мой канал. Так, сделай каменный чоппер и им руби деревья. Ну, вот я об этом и говорю, что... Каменный чоппер надо сделать. Так, как из него сделать? Камнем нужно, да? Камнем его, камнем. Так, а где у нас тут? Есть ли у нас камень? Где-то я помню жарил. Так, 7 штук, по-моему, надо их. Так, еще и топор из булыжника. Так, топор из булыжника. Да, да, да. И мне вот интересно, он мне уже этот зачел? Да, зачел. Блин, не хочет ставить и все.
Ну ладно, не ставь. Поставлю я. Так, есть. А чё у меня так плохо все с кобблстоуном? Чё прям вообще вообще нет? Так надо идти в шахту. Шо уж тут делать? Действительно, придется идти в шахту. Да, потому что кобблстоуна 0. Дожили. Так, а тут угля 0. Потому что кто-то вот отсюда не берет и сюда не подкладывает. Так, хорошо. Хорошо. Тут у нас куча всего уже надробилась. Но я пока... А вот у нас кобблстоун, кстати. Ха-ха-ха. У нас из железной руды получается кобблстоун. Мы крутые. Так, тут у нас железо наделалось. Это мы сюда сейчас закинем. Так, а почему сюда, если тут дерево? Вот сюда нам нужно. Так, вот эти жидкости. Чик-чик-чик. Это все сюда. Так, а это что такое? Wooden miner. Их тоже получается, видимо, апгрейдить, и тогда все пойдет, да? Угу. Так, Stone Chopper. Ему нужно много всяких топоров. Квест дай на Dirt Chopper. На деревянный чоппер. Ну так, сдал. Банан хочем. Банан. Так, мы сейчас делаем... А, там кучу топоров-то сейчас особо смысла нет делать, да? Ну, типа, да. Так, ладно, пошлите поставим. Что там у нас, ночь? А этот молчит, значит, никого нет. У меня же датчик, если стреляет, значит, вот. А, там же апгрейды нужно сделать, я уже попёрся. Рановато я попёрся. А без апгрейдов там делать нечего. А ну-ка, апгрейд. О, написал как. Так, апгрейд. Так, апгрейд. Мне нужен апгрейд. Вот такой вот маленький, шустренький, деревянненький. Вот он. Так, апгрейд редстоун. Ух ты, блин, много. Много дерева уйдет. Так, что у нас с редстоуном? Так, вот редстоун. Так, 5 апгрейдов. Но это уже нормально будет, да. То есть вокруг себя он там будет нормально так копать. 5 апгрейдов. Кстати, их, наверное, так и знает. Тут тоже есть... ух ты, блин, тут еще Iron Chopper можно делать. Ну, в смысле, я знал. А давайте сделаем. У меня железо уже, в принципе, есть так нормально. Куда его хранить-то? Там поди... где это? Каменный. Так... здесь, конечно же, блок нужен. Так, там нужен, естественно, железный топор. Нет, топор топора, нет, не бывает такого. Так, из Agrarian Skies, мудрость. Если сделать прогрессив майнер с апгрейдом на генерацию коблы, можно в один клик без колдуна коблу доставать. Так, сделай генератор выжившего... из мода X, он гораздо эффективнее. Я с постапокалипсиса пришел. Молодец. Так, в сумке может попасться алмазный генератор. Понял. Ищем сумки. Так, это так, это так, это где ты там у нас? Вот так. Так, и вокруг железа, так и знай, да? Так, железный сделали. Ну, просто железный топор, все-таки он подольше работает. И, наверное, немножко поэффективнее. Только, соответственно, мне ж нужно теперь и апгрейды сделать. Блин, тут тоже камень. Это все надо жарить. Это все надо жарить. Так, я хочу все-таки действительно надо ставить генератор булыги. Так, ноде, ноде, ноде. Ноде, ноде, ноде. Так, редстоун, редстоун. Два камня, сундук. Это мы все, в принципе, можем, я думаю. Так, редстоун. То он есть. А, там еще трубу нужно сделать, да? Она делается что-то там из, по-моему, вот таких вот панелек. Стекла. Так, и редстоуна. Нет. Блин, это стоун брик. Слаб. Я не тот стоун сделал. Вот этот мне нужно было сделать. Так. 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 Так, так, так и так.
Так. Эх, одного камня не хватило. Так, есть. Но для нее ж нужно теперь еще и нода добывающая. Так, и лазурит. Как хорошо, что я лазурит нашел. 4. Так. Эх, само не делается. Так. Так, вы ничего вроде не писали мне. Так, апгрейд тоже есть. Ну и клево. Так, осталось еще сделать одну такой маленький такой штришочек. Штришочечек. Это куда это все будет собираться? Эх, резиновое дерево не подходит. Жаль. А есть у меня другое. Это тоже rubber wood. А, это вот аук. Так. Резиновое дерево не подходит. Березовое подходит. Так, есть. А почему бы не сделать его где-нибудь тут, где уже лава есть? А кто знает, где у меня кирка лежит? У меня что, она уже поломалась-то? Вот. Ой. Сумка. Я ничего там не дюпнул только что. Не знаю. Так, ладненько. Где тут у нас чего? Вот у нас есть лава. Вот тут самое время для воды. Так, и этот коблстоун куда-то выйдет, да? Так, ну, например, где-нибудь тут. Так, а у меня воды-то нет, кстати. У меня воды-то, кстати, нет. Надо сделать еще одно ведро. А, или взять... короче, сделаем еще одно ведро. А, ведро у меня в инструментах там где-то было, да? Так, и нужно ставить... Ладно, там вроде бы спокойно. Так, где мой чоппер этот? Я его взял. Сейчас вот тут поставим. Единственное, что апгрейды на него, да, у меня нет. Апгрейдов у меня нет. О, кто там? Кто там? Ой, ой, чего? Под прикрытием, все четко. Так, я за водой вообще-то. Так, где там у нас по карте вода? А он, хорошо, что они на вот эти... не обижаются. Ну, на вот эти таурельки. Ну, в том плане, что... Ух ты, блин, у нас тут блейзы даже летают. Что это сейчас было? У меня было ведро воды, что ли? Так, а что у нас тут так много сильно этих зомбей? Да, у нас тут много зомбей. Только и успевает по ним стрелять. Ой-ой-ой, меня-то не стреляй. Так, он будет рубить сразу все дерево. Так, Иркман, напиши Кайзеру, чтобы в ТС зашел, пожалуйста. Так, звук норм. Какое интересное прочтение. Так, что-то я это... То ли чат начал старое повторять, то ли что-то со мной не то. Короче, где там у нас лава? Ставим здесь булыгу. Хотя бы одну. Так вот, чик. Тут надо тоже закрыть. Блин, даже нечем закрывать. Во. Так, сюда воды. Сюда эту штуку. Где-то у меня там еще были трубы. Так. Ставим вот так, так. И вот так. И сюда апгрейд. Все, потихоньку пошла копиться булыга. Так, тут... Ух ты, у нас тут все заряжено. И у нас вот что.
Отлично. Так, а я зачем-то жарю на бесценном угле камень. А, тут древесный, тут не бесценный. Так, а камень я жарю для вот этих апгрейдов. Тык, только 3. Так, а из них... Тык, только 3. Хорошо. Так, 3 апгрейда, это тоже апгрейды. Так, что там у нас, темно еще? Ладно, давайте быстро поспим. Не хочу я с ними сражаться. Так, почему ты не пользуешься морфом? Прошло 3 часа, нужно было молчать мне. Не, я в курсе, у меня чуйка тоже есть, я собираюсь уже заканчивать, я просто хотел, как бы, ну, чтобы более-менее тут у нас уже было все. Будет кобблстоун, я буду строить базу. Вот здесь построить дом какой-нибудь, ну, то есть, может быть, за кадром, а может быть, прямо в кадре, не знаю, посмотрим. Так, 3 апгрейда, 4 штуки он может рубить. Деревянный топор он может хавать? Может. Так, ему нужно топливо какое-нибудь. А ну вот эти панели будешь? И добавить саплинги. А чё вот... Наверное, перед ним надо было ставить, да? Так, ну вот на тебе саплинг. Так... И куда ты его посадишь? А, он вот сюда посадил, да? Ну, короче, больше апгрейдов, больше деревьев будет рубить. И все нормально. Вот, ну, зато можно будет ставить железные топоры. Так, хорошо, хорошо. Значит, тут всякая такая штука. Это все тоже сюда. Так, и мы там, наверное, что-нибудь повыполняли уже. А, еще алмазный нужно сделать. Алмазный мы сейчас быстро не сделаем, конечно. Так, каблгин апгрейд. А, есть такой этот самый, типа, майнер, который кобло добывает. Милкил апгрейд, клево. Так, это мы тут сделали. Wooden Animal Farmer, это потом. Ну, короче, тоже как бы интересное вот это направление, в принципе. Не color, ceramic dye. Вот это все тоже нужно проходить. Но, наверное, это мы будем делать с вами потом. Потому что действительно трехчасовой стрим уже пора заканчивать, потому что 3 часа зашло. Сачок и улей собьешь. Да зачем мне сейчас улей? Зачем мне сейчас улей? Какие ульи? Тут деревянной фермы даже нет. 3 часа прошло, а у меня ничего само не добывается, кроме как кобблстоуна. Но зато уже 8 стаков. Теперь в руки чизел и строить дом. Но это будет правда потом, поэтому по этой сборке я вам обещаю, что будет обязательно еще стрим. Потому что ее я точно не брошу, мне она очень жутко нравится. Потому что, ну гляньте, тут же пахать не перепахать, и это все с какой-то определенной целью. Так что, ребята, всем большое спасибо за то, что были со мной 3 часа. 3 часа вы были со мной. Вот. Еще раз говорю, всем очень большое спасибо, что поддерживаете, что писали кучу комментариев. Было весело. Самый клевый вопрос, наверное, был, как вы ставите и с двумя точками на клавиатуре. Вот, к китайцам, наверное, больше вопросов, которые с иероглифами, или к японцам. Так, да, на этом большое спасибо, все, мы закончили. Следующий стрим, ну, я так думаю, будет ближе к выходным. Хотя выходные следующий будет, наверное, я занят, не знаю. Но когда-то он обязательно будет. Так что не будем частить. На этом все, всем пока, спасибо, что посмотрели.